Хорошо. Я рад всех приветствовать. Меня зовут Дунечкин Илья Владимирович. Я ведущий эксперт Центра исследования умного города Высшей школы экономики. И я модерирую специальный круглый стол университета как драйверы умного городского развития от передовых исследований к рынку прорывных технологий и продуктов. Я бы хотел сделать небольшую преамбулу по поводу того, что сейчас у нас будет происходить. Дело в том, что этот круглый стол, он приурочен к формированию консорциума благополучия человека в цифровой среде умного города. И для консорциума очень важным является поиск возможностей для того, чтобы объединять усилия вузов по тематике умного города, по развитию этого направления, причем синергетичного, мультидисциплинарного, для того, чтобы мы могли, во-первых, дополнять практикоориентированные работы друг друга и искать больше взаимодействия в контакте с индустриальными партнерами и с бизнесом. Поэтому сегодня у нас идет практикоориентированная работа, которая будет в себя включать то, что мы будем обсуждать, рассматривать различные вопросы, которые касаются умного города, перспектив его развития, возможностей для того, чтобы мы могли видеть наши уровни, наши проблемы, которые у нас есть. И к этому мы будем, естественно, подходить с позицией, что целесообразно и что интересно для формирующегося консорциума, для его членов, и для того, чтобы мы могли понимать, как мы можем с этим идти уже в реализацию, да, то есть с тем, чтобы формировать и реализовывать развитие технологий умного города и как раз способствовать тому благополучию человека, которое для нас является целью. Отдельно хотелось бы отметить, что эта работа, она у нас начинается и будет продолжаться с тем, чтобы наши возможные сотрудничества или коллаборации могли, в свою очередь, выходить на новый уровень и давать возможность для различных вузов подавать совместные заявки на научные исследования, на гранты. Я знаю, что к этой нашей конференции, к этому круглому столу, да, подключились коллеги также из белорусских вузов, и формирующийся консорциум является тем, в общем-то, будущим органом, да, который будет объединять усилия вузов будущего, значит, вузов разных стран, да, в данном случае Республики Беларусь и Российской Федерации. То есть таким образом мы будем рассматривать перспективы развития сотрудничества в рамках союзного государства. И вопросы, которые у нас тут есть, они касаются очень многих сфер, которые одна из наиболее, может быть, важных и таких животрепещущих – это вопросы проектирования. И я бы хотел дать слово сейчас Валерии Михайловне Лившиц, руководителю проекта бюро «Wow House», которая, в общем-то, нам поделится той информацией, теми вопросами, которые стоят в ее очень интересной повседневной работе. Здравствуйте, коллеги. Как меня уже представили, я руководитель проектной группы бюро «Wow House». Можно, пожалуйста, вывести презентацию? Нашему бюро уже 15 лет. Бюро организовано Олегом Шапиро и Дмитрием Ликиным. У нас достаточно большая география проектов. Как можно листать? Подскажите. Я думаю, вы можете говорить следующий слайд. Угу. Или вам сейчас принесут кликер. Ага. Хорошо. Значит, я сначала пробегусь по проектам, которые мы делаем. Давайте следующий слайд. А назад. Угу.
Мы работаем в совершенно разных типологиях. Здесь, в принципе, для нашей сегодняшней встречи важна эта типология развития территории, городской среды, общественных пространств, промышленных объектов, все, что связано с той средой, которую мы формируем в своей работе. Здесь видно нашу географию, здесь даже не все на самом деле указано. Мы активно работаем и по всей России, и не только, то есть в совершенно различных странах. У нас около 150 реализованных проектов за это время и большое количество проектов развития территории, которые сейчас находятся в своей стадии роста. Здесь можно посмотреть на проекты такие наиболее характерные. Это, например, ревитализация исторического центра города Тулы. Если кому-то удавалось там быть за последние годы, то, возможно, увидели нашу набережную, которая стала одной из достопримечательностей города и привлекает большое количество людей. Здесь же также можно увидеть улицу Металлистов, которая раньше была проезжей частью в центре города. Сейчас это такое общественное пространство и визитная карточка города. Кроме того, у нас есть крупные проекты, такие как развитие территории Горская в Санкт-Петербурге, когда мы работаем с комплексным развитием территории, начинаем со стадии мастер-плана и, в общем-то, углубляемся в уже непосредственно проектирование самих пространств и различных функций. И, наконец, здесь тоже немаловажно упомянуть, это экологические территории, которые в том числе связаны с восстановлением и развитием природных территорий в городской среде, в тех случаях, когда подступающее городское развитие, в общем-то, делает их достаточно сложными ввиду рекреационной нагрузки растущей. И также мы занимаемся промышленными территориями, восстановлением, развитием промышленных территорий, обновлением их. То есть здесь мы развиваем такую новую промышленную урбанистику на базе различных производств нашей страны. А можно вернуть, пожалуйста, мою презентацию? Я прошу технического специалиста помочь, потому что у нас пошла презентация, которая относится к другому спикеру. Ну и, в общем-то, мы с вами здесь посмотрели на то, что есть достаточно большая сфера, в которой мы работаем, и мы работаем на стадии концепции, то есть, в принципе, ну, то есть мы работаем на разных стадиях проектирования, но начинаем со стадии концепции тогда, когда даже заказчик иногда не знает, чего конкретно он хочет. То есть мы совместно с заказчиком в том числе пишем ТЗ, и здесь для нас есть определенные принципы, на которые мы ориентируемся. Это внимание к самому месту, к городской среде, внимание к тем пользователям, которые будут пользоваться этой территорией, также климатические, природные аспекты этой территории и исторические, то есть дух места, как мы можем создать некую преемственность, не построить нечто совершенно отличное от этой территории. И в своем проектировании мы следуем определенному методу, то есть наш метод основывается на глубоком анализе территории, в том числе социокультурных аспектов, социальных аспектов жизни города. Давайте я пролистаю. Главное, сейчас нам не улететь в конец с задержкой кликера. Да, кстати, вот еще не упомянула, Красный Октябрь тоже сейчас развивается. Ну и, собственно, то, о чем я говорила. То есть есть основные принципы, на которые мы ориентируемся, есть тот метод, в котором мы работаем. Это глубокое предпроектное исследование, где мы пользуемся данными, которые как бы есть в наличии. Мы пользуемся данными социологов, мы пользуемся данными, которые предоставляет город по возможности. И здесь для нас очень важно иметь точную информацию, которая отражает город на данный момент, потому что наша задача в целом при разработке проекта – это проектирование настоящего города, то есть города, который актуален на данный момент с теми пульсами и теми фактическими ситуациями, которые сейчас важны, и будущего города, то есть для того, чтобы мы могли заложить не только там свое понимание того, как он сейчас развивается, но и, возможно, те аспекты, которые мы, как архитекторы, не всегда можем определить, потому что мультидисциплинарная вот эта связь не всегда как бы налажена в нашей среде. Ну и, соответственно, здесь для нас важно также определение целевой аудитории, то есть кто пользуется на различных уровнях. Это могут быть жители города, это может быть и администрация, это может быть те, кого мы не видим, там курьеры, доставка, вот это вот все дела. И, соответственно, на базе вот этих вот пользователей мы разрабатываем сценарии пользования, развития этого пространства.
то есть режиссируем, в принципе, эту городскую среду. Ну и, соответственно, дальше у нас происходит проектирование, где мы учитываем все эти детали, и далее мы уходим в эксплуатацию. То есть здесь важно понимать, что на первой стадии, на первых стадиях мы являемся потребителями данных. Для нас очень важно иметь большой объем информации, который мы можем свести вот в это сценарное восприятие города. Далее мы являемся, в принципе, создателями данных, то есть на стадии проектирования мы работаем в информационной среде, мы создаем модели территории, создаем модели города, мы выступаем как бы людьми, которые создают гипотезу, как будет работать эта территория. И на данный момент получается так, что гипотезу мы часто проверяем на практике. То есть мы спроектировали, построили, дальше пошло, не пошло. Вот. В данном случае при наличии цифрового двойника мы могли бы, например, проверять эти гипотезы на конкретных наших моделях, прежде чем это идет в реализацию. Ну и, соответственно, на стадии эксплуатации и использования наша среда, которую мы сформировали, плюс те модели, которые построены, они уже могут генерировать данные, то есть исходя из того, что мы получили, мы можем видеть, как эта среда работает и какие как бы, мы можем из этого сделать выводы, какие вносить изменения. Ну и кроме нас в этом всем процессе также принимает участие большое количество людей, то есть это в первую очередь заказчик, задача которого как бы спланировать то, что он хочет, как он хочет развивать эту территорию, куда он хочет вкладывать деньги и свои ресурсы. Проектировщик, ну это мы, я много чего уже про это рассказала. Пользователь как люди или человек или среда, которые формируют определенный запрос. И этот запрос тоже важно получить как бы своевременно и не только теоретизировать по этому поводу. Подрядчик, задача которого реализовать проект в кратчайшие сроки с наименьшими затратами ресурсов. И, как правило, городская администрация, чья задача уже управление этими проектами. При этом все эти стейкхолдеры, они могут как бы меняться своими местами. То есть на самом деле у разных людей на различных стадиях жизни проекта могут быть совершенно разные задачи. И в процессе нашего проектирования, в процессе нашей работы мы сейчас как бы сталкиваемся с разными проблемами в этой среде. То есть часто у нас полностью отсутствуют данные. Там в Москве, например, удобнее всего работать, потому что здесь есть удобные городские порталы, с которых мы можем загружать информацию, но часто в других местах таких данных в принципе нет. Либо эти данные могут находиться в низком качестве, то есть, допустим, мы скачиваем там аналоговые карты в неподходящем масштабе, которые мы там вручную переводим, и, конечно, точность работы с такими данными оставляет желать лучшего. Есть также проблема затрудненного обмена информацией. То есть для того, чтобы получить какие-то данные, нужно пройти миллион инстанций, написать кучу писем, подождать еще полгода, через полгода проект уже, в общем-то, должен согласовываться. Кроме того, мы видим как проблему наличие, например, неиспользуемых моделей. То есть мы создаем информационные модели в своей работе часто, потому что нам так удобнее работать. Это современные технологии. Это BIM-среда, но при этом после того, как мы завершили работу над проектом, эта модель остается у нас на сервере и никому больше не интересна. Хотя, в принципе, эти модели могли бы идти дальше в работу и использоваться другими людьми. Но тут возникает также проблема с трудностью адаптации, то есть часто детализация моделей слишком высокая, например, или эти модели сложно использовать в других средах, сложно обмениваться информацией, потому что все работают в разных программах, то есть здесь нужен некий фильтр и единая среда. Значит, ну и, соответственно, как бы как проектировщики мы видим, скажем так, прекрасную картину будущего, которую можно было бы использовать. Это создание некой единой информационной среды, в которой все эти стейкхолдеры могли бы обмениваться информацией, то есть мы могли бы понимать, как проектировщики, как город живет, какие данные есть на данный момент от разных пользователей, от разных заказчиков, от городской администрации, то есть от ну, как бы нашей общей совместной информационной среды. Также мы могли бы результаты своего труда как делиться ими, например, своевременно делиться с городской администрацией или с подрядчиками, другими проектировщиками, так и, например, проверять свои гипотезы, проверять свои модели еще на стадии их проектирования.
Ну и, соответственно, здесь как бы важно понять, как с различными стейкхолдерами возможно создать вот эту единую среду. Ну, как бы здесь вопрос уже не к нам, поэтому мы с удовольствием готовы работать в совместных консорциумах, но передаем также, скажем так, слово и дальнейшую инициативу людям, которые могут нам в этом помочь. Спасибо. Спасибо большое, Валерия Михайловна. У меня, знаете, сразу тогда вопрос. Вот вы, по сути, сказали, да, о том, что нам требуется вот такая инновация, да, связанная с тем, как мы бы все заинтересованные лица этого процесса проектирования градостроительства и умного города могли бы объединиться. Вот какие вы видите, может быть, риски, может быть, и перспективы при этом в том, чтобы вот создавать такое информационное ядро, да, которое объединяло бы вот всех нас, всех стейкхолдеров. Ну, здесь риски, с которыми мы работаем, это как бы как плюс, так и минус, это доступность информации. То есть сейчас, ну, в основном бывают сложности с тем, что город, допустим, не передает напрямую информацию, потому что есть определенные риски к безопасности, например. То есть вся эта информация должна происходить с некоторой модерацией и выводиться в том формате, в котором он также необходим. То есть вопрос масштабирования, вопрос доступности этой информации для того, чтобы, например, ну, модели проектируемые не выходили напрямую в общую информационную среду, не перегружая ее лишними деталями. Вот. И то есть здесь должна быть какая-то модерирующая среда, которая пропускает эту информацию через себя. Спасибо большое. И, в общем-то, еще уточнение. Насколько вот вы... Я услышал ваш запрос к консорциуму в плане того, что вам представляет интерес, да, что можно внедрить из этой области. И, соответственно, вот, может быть, какие-то, может быть, есть ближайшие планы, идеи, вот, чтобы могли мы к вам уже обратиться с конкретными предложениями в этой части. И, соответственно, ответный еще момент, может быть, вы могли бы быть очень интересно полезны для уже нашей стороны с тем, чтобы вот делиться своим проектным видением, экспертизой, вот, которую вы показали, продемонстрировали на ваших очень интересных объектах, проектах. Сейчас я вспомню начало вопроса. С точки зрения наших идей, как бы, и ну, как бы, участия в этом процессе, здесь я думаю, что наиболее важно наладить взаимоотношения между информационными средами. То есть, грубо говоря, у нас есть BIM-среда, там со стороны других участников есть цифровой двойник, и было бы неплохо вот эти две среды объединить для того, чтобы мы могли пользоваться информацией цифрового двойника, и цифровой двойник мог расти на основе BIM-среды, когда эти проекты выходят в реализацию. Но здесь, конечно, в первую очередь с программной точки зрения необходимо понять друг друга. То есть в этом процессе интердисциплинарность такая и взаимодействие между в том числе учебными заведениями или людьми, которые в этом работают, она очень важна, и я думаю, что это большая работа, которую можно проводить совместно и исследовать как бы рабочую среду различных участников. Спасибо, да, я наслышан об интернатуре при Wauhaus, поэтому, да, у вас, по сути, есть уже платформа, которая может быть здесь задействована. Спасибо. Спасибо. Итак, мы с вами продвигаемся дальше, и у нас возникли вопросы, да, сейчас в этом обсуждении, связанные с тем, как мы можем создавать совершенно новые подходы, да, и объединять нас. Но то, что нас еще может объединять, это еще работа с алгоритмами и искусственным интеллектом. И я бы хотел предоставить слово нашему спикеру в онлайн-формате. Это Оксане Игоревне Захаровой, заместителю заведующего научно-исследовательской лаборатории искусственного интеллекта Поволжского государственного университета телекоммуникации и информатики.
Добрый день, коллеги. Меня слышно? Да, звук есть. Угу. Так, я могу демонстрацию сама, правильно, открывать и вести? У меня доступ есть? Так, еще раз добрый день, коллеги. Захарова Оксана Игоревна, заместитель заведующего научно-исследовательской лаборатории искусственного интеллекта Самара. И сегодня в рамках нашей дискуссии я бы хотела, ну вот на экране вы видите, тема заявлена так достаточно с юмором, да, как искусственный интеллект делает города умными. Но в целом я бы хотела немножечко поговорить о том, где же связь, да, между искусственным интеллектом и умными городами, как мы ее видим, как... Так, небольшая техническая неполадка. Как мы ее видим, эту связь, и какие наработки в этой области у нас уже есть? Собственно, останавливаться на формулировке, что такое искусственный интеллект, я не буду. Я думаю, что это на слуху у всех практически, у всех, кто работает с технологиями умных городов в том числе. Хочу немножечко остановиться, собственно, на том, чем мы занимаемся в рамках нашей лаборатории, как это соотносится с умными городами. Мы говорим о том, что мы занимаемся наукой о данных непосредственно и занимаемся разработкой технологий искусственного интеллекта. Что самое главное, с чем мы работаем, это, конечно, данные. Данные, информация, знания – это, собственно, все, что у нас есть и что нам нужно для того, чтобы реализовывать эти технологии. И можно озвучить такие некие тенденции. Да? Чем больше объем данных, тем лучше работают статистические подходы, и все мы это знаем, мы все работаем с ними. Но при этом появляется такая проблема, как... При том, что у нас объем данных постоянно растет, мы сталкиваемся с проблемами обработки именно с точки зрения временных и пространственных вычислительных затрат, которые также становятся все более и более возрастающими. Ну и самое главное, это то, к чему мы пришли непосредственно, то, что сами данные, они на самом деле, конечно, важны, но они нам не дают уже того, что требует реалии сегодняшние. Нам нужна семантика, то есть нам нужен смысл из этих данных. И вот мы пытаемся перейти от статистики к семантике. Соответственно, технологий машинного обучения искусственного интеллекта огромное количество, все мы их стараемся применять при разработках. В том числе хочу сделать акцент на том, что важное значение играют все-таки open-source технологии, которыми мы владеем, и, собственно, доступ практически любого человека к этим технологиям, open-source технологиям, к языкам программирования, к готовым решениям в этой сфере, он позволил стремительный рост показать в этой области и, соответственно, начать применять технологии искусственного интеллекта для различных предметных областей, в том числе и с точки зрения технологии умного города. Ну и, естественно, распределенные облачные вычисления в том числе, так как объем данных возрастающий требует наличия вычислительных мощностей, которые не всем доступны, ну и, собственно, при этом облако – наше спасение, можно так сказать. Если говорить о ситуации в целом в Российской Федерации, то цифровая экономика на основе искусственного интеллекта – это уже не новость, мы уже ее видим повсеместно, это реальность. Мы видим, что мир наш меняется очень сильно, особенно ну, там вот прямо в рамках последнего года, можно так сказать. Здесь я хотела прямо кратко остановиться на основных нормативно-правовых актах, в рамках которых мы работаем, и сделать акцент в первую очередь на новом документе, который был сформулирован в сентябре 2023 года, соответственно, об утверждении национального проекта по формированию экономики данных до 2030 года. То есть до этого мы работали в рамках концепции «Цифровая экономика» программы, в рамках концепции «Искусственный интеллект», но они заканчивают свое действие, ну, и некоторые уже закончили, и появляется вот эта новая концепция. Соответственно, главная мысль
которая сквозит во всех этих документах нормативных, что данные нам нужны, мы должны делать акцент на том, чтобы их собирать, но при этом они становятся все более труднодоступными, еще более труднообрабатываемыми, и третья проблема – это труднопонимаемыми. Если смотреть на ситуацию мирового рынка в этой области, то есть с точки зрения развития технологий искусственного интеллекта, мы видим рост из года в год. Естественно, вот если останавливаться на данных, которые у нас прогнозные по разным рейтинговым службам, то заявлялось, что в 2024 году будет сумма развития этих технологий в 554 миллиарда долларов. На самом деле уже мы видим по 2024 году, что эта цифра будет существенно выше, чем она была и прогнозировалась по всем разновидностям технологий искусственного интеллекта. И также, если останавливаться на Российской Федерации и смотреть вот эти вот все данные по разбивке технологий искусственного интеллекта, мы также видим рост. Не просто рост, мы видим достаточно скачкообразный, такой высокий, тенденция роста наглядно видна. И мы можем обратить внимание, что во всех направлениях искусственного интеллекта, потому что они все применяются в настоящее время при разработках. Ну и если остановиться дальше на умном городе и найти вот эту связь, я хотела бы немножечко затронуть вопросы, которые мы рассматривали с коллегами на мероприятии «Спутник Конгресса молодых ученых» в прошлом году и, собственно, самого Конгресса молодых ученых, который в Сириусе проходил, и выделить еще раз, да, что мы рассматривали. То есть мы делали акцент на технологиях умного города, на коробочных технологиях и пытались посмотреть, как можно оценить эффективность внедрения технологий умного города, в том числе с помощью технологий искусственного интеллекта. Соответственно, нами были рассмотрены направления цифровизации. Здесь они у вас на экране видны. Я не буду на них останавливаться, мы все о них знаем. Ну и основными предпосылками к решению этой задачи, собственно, являлась учет. Необходимость учета особенностей взаимосвязи технологий и возможность разработки применения типовых технологий, именно коробочных решений, на различные масштабы населенных пунктов. То есть основная мысль нашей концепции как раз-таки заключалась в том, что мы хотели провести некую детализацию возможных применяемых технологий и эффективности от их применения именно в разрезе города. То есть от масштаба города, от технологий, которые мы хотим применять. Если говорить об искусственном интеллекте в умном городе, хочу отметить, что да, сейчас участвует 213 городов с численностью населения свыше 100 тысяч человек. Это и административные центры субъектов, и города-пилоты, которые подписали соглашение с Минстроем России. И хочу еще раз отметить основные ключевые принципы, на которых мы основывались при наших разработках. В первую очередь, естественно, это ориентация на человека, соблюдение баланса интересов, принципов, интегрируемость, взаимодействие, открытость, формирование устойчивой безопасной городской среды и, собственно, доступность и удобство сервисов. И как следствие, применение лучших доступных технологий. Как я говорила, здесь акцент в том числе на open-source технологии нами делается. И основная проблема, с которой мы столкнулись, когда рассматривали этот вопрос, собственно, заключается в том, что технологий, в том числе умного города и различных технологий искусственного интеллекта, просто огромное количество. За последний год, если особенно смотреть на научную публицистику, их даже обработать невозможно, чтобы изучить все то, что появляется каждый день. Особенно с появлением чата GPT и возможностей для использования искусственного интеллекта в программировании и при этом использования этих технологий людьми, которые далеки от него, грубо говоря. Так вот, мы сделали акцент на том, что нам нужно сделать акцент на коробочных решениях и определять оптимальный набор, который будет входить в это коробочное решение, при этом которое можно будет потом как-то оценить с точки зрения социально-экономических эффектов, которые дают эти внедрения.
На всех сферах, которые мы рассматривали, я останавливаться не буду. Принцип во всех направлениях один и тот же. То есть у нас есть детализация по проблематике, у нас есть технологии, которые мы рассмотрели, которые сейчас доступны и уже есть. Рассмотрели вопросы, которые нужно разрабатывать с точки зрения именно технологических решений, и пришли к выводу о том, что практически в любой сфере, ЖКХ это или социальная сфера, нам требуется, во-первых, сбор данных, их анализ, моделирование, ну и, естественно, управление обратной связью. Поэтому появилось понимание, что нам совершенно точно нужен какой-то аналитико-ситуационный центр, который будет обрабатывать, ну и, собственно, управлять всем этим процессом, можно так сказать. В том числе с точки зрения социальной сферы мы провели такую детализацию разбиения сфер, подсфер социальной сферы, посмотрели также, какие технологии там можно сейчас внедрять именно в разрезе крупных городов, и сделали это в формате некой социальной среды. Здесь, конечно, совсем в общем я показываю, но в рамках концепции эта детализация достаточно обширна, и ее просто очень сложно показать в рамках демонстрации презентационной. Основная идея, к которой мы пришли, что мы должны работать по модульному принципу. Соответственно, в зависимости от того, какой уровень города, мы рассматриваем, какие технологии мы можем применять с точки зрения эффективности, потому что если мы говорим о каком-то небольшом поселении, естественно, в первую очередь там должны вопросы цифровизации быть затронуты, все-таки, которые будут перекрывать базовые потребности населения в комфортной городской среде, а не какие-то там, допустим, некультурные, грубо говоря, составляющие, да, и так далее. И самое главное, что для того, чтобы вся эта технология работала, должно быть перекрытие интернетом на всех этих технологиях. Ну и, собственно, то, что нам нужно для того, чтобы эти технологии функционировали правильно, это данные, о которых я сказала, и должен быть какой-то интеллектуальный центр городского управления, смарт-муниципалитет, который позволит управлять всеми этими данными. Откуда мы можем брать данные? Данные мы можем брать из открытых источников, из сети интернета. Чуть больше я как раз об этом расскажу, прямо коротко, как мы работаем в рамках нашей лаборатории с этими данными. Но и в том числе мы сделали вывод о том, что мы данные должны в рамках консорциумов и каких-то коллабораций стараться получать, и в том числе не только с научными организациями, но и с коммерческими структурами, банками, в том числе государством, для того, чтобы наладить этот обмен данных на достойном уровне, который сейчас нам необходим для того, чтобы эти технологии эффективно работали. Ну и вот в рамках этой идеи некого единого подхода к сбору данных в нашей лаборатории реализована ферма данных. Это концептуальный проект архитектура объектно-ориентированной среды, в которой мы собираем данные из открытых источников под конкретную предметную область с учетом, как я уже сказала в самом начале, семантико-ассоциативного анализа данных, с которыми мы работаем. Построена эта технология на модульном принципе. Соответственно, мы попытались перекрыть все возможные вопросы, касаемые сбора неструктурированных данных, потому что, как я уже сказала, данных много, но они иногда в таком формате, которые недоступны для обработки, особенно не специалистами. И столкнулись с тем, что особенно управленцы, они хотят готовый инструмент. Инструмент, который удобен в формате какого-то некого дашборда. Вот говорят, хотим такую-то информацию получить, чтобы она была визуальна, чтобы она была адекватно поставлена, релевантна запросу, ну и прогнозы желательно строила в той тематике, в которой она работала. И мы настроили эту ферму данных. Эта работа на протяжении 2 лет проводилась. Первой попыткой этого сбора был сбор информации по ковиду,
когда ковид, тематика ковида у нас появилась, и данных никаких не было, а требовалось их собирать и, соответственно, строить модели на основе этих данных. Так вот, модульный принцип, принцип взаимозаменяемости, когда в зависимости от той задачи, которая ставится перед нами либо городскими какими-то, либо администрацией, либо коммерческой организацией, мы настраиваем очень быстро нашу ферму и начинаем собирать в режиме реального времени 24/7 данные, причем они, естественно, по запросу тех, кому они, кто к нам обращается, уже в формате, пригодном для восприятия, появляются у этих людей. Ну, наверное, из-за тайминга я останавливаться особо на самой концепции, связанной с обработкой, смысла не буду. Могу только сказать, что мы это реализовали. Если будет интерес, мы готовы потом к общению в этой области. Хотела показать как раз-таки на COVID-19 те параметры, которые в первую очередь перед нами поставило государство к сбору в рамках нескольких грантов. И мы начали собирать всю эту информацию из сети интернет, в том числе из социальных сетей, в первую очередь социальной сети ВКонтакте, из всех возможных доступных источников, где было упоминание о интересующей нас информации. И как раз-таки на этих данных мы реализовали модуль NLP, так называемый. И чем интересна вот именно эта таблица, почему я вам ее хотела показать, потому что она у нас реализована в разрезе городов. По 508 городам мы собрали информацию, при этом нам пришлось собрать информацию, конечно же, связанную с COVID-19, но в процессе сбора мы перелопатили, можно сказать, извините за сленг, практически все параметры, которые относятся к городу, к городской среде, ко всем направлениям, о которых я выше сказала. Соответственно, у нас есть некая такая сводная информация, и мы собираем информацию по всем городам, и по крупным, и по небольшим городам. Ну и модуль, который обрабатывает информацию именно из сети ВКонтакте, он собирал эту информацию из любой группы. Сейчас мы уже настроили дополнительно технологию оценки анализа настроения пользователя. Это тоже по запросу администрации нашей области, губернатора по тематике СВО. Ну, в принципе, здесь может быть любая тематика, связанная с коммерческими организациями, с продажами. Проектов на данный момент реализованных огромное количество, и, наверное, останавливаться я на них сейчас подробно не буду. С ними можно ознакомиться по QR-коду, перейдя с частью из них, перейдя на страницу проектов нашей лаборатории. Ну и, собственно, наверное... Ну, вот так вот хотела еще показать, как выглядит дашборд визуализации по первой части проекта «Вирусы», как раз-таки по... На основе анализа тех данных, которые мы собирали и собираем, то есть проект рабочий, мы собираем до сих пор эти данные, отслеживаем тенденцию, передаем эту информацию по запросу в администрацию, по заболевшим, ну и так далее, да, по всем параметрам, о которых я до этого показывала. Ну и, наверное... У нас практически все наши модули зарегистрированы в формате свидетельств программной ВМ. Мы открыты для новых решений, потому что наша ферма позволяет собирать информацию по любой предметной области. Очень заинтересованы в новых предметных областях. Сейчас мы работаем с информацией с различных технологических организации, где именно работа с датчиками происходит и с сбором данных по датчикам. Соответственно, очень заинтересованы в коллаборациях, в консорциумах. Нам интересен обмен нашими данными, интересен обмен с другими организациями, в том числе с научно-исследовательскими, с точки зрения экспертной оценки, возможно, наших проектов, ну и готовы выполнять новые проекты. На этом, наверное, я выступление закончу. Спасибо за внимание и очень готова ответить на ваши вопросы. Огромное спасибо, Оксана Игоревна. Очень развернутая презентация.
и у вас очень подробный обзор рынка, который идет по искусственному интеллекту. И, соответственно, вот у меня сразу вопрос. У нас рынок этот еще формируется, и вы очень четко отметили и прокомментировали, что ну, пока еще не ясно, да, то есть у нас появляются альтернативные решения, появляются какие-то новые элементы технологий. А как вот вы считаете, когда уже у нас придет тот момент, когда вот в Российской Федерации уже потребуется введение регулятора в этот процесс с тем, чтобы этот рынок был более, может быть, зарегулирован и ориентирован на какие-то задачи государства? Да, спасибо за вопрос. Ну, с моей точки зрения, такой регулятор уже очень нужен. Это очень актуальный вопрос, именно потому что вот даже та тенденция к росту и развитию этих технологий, которые я показывала, он приводит к тому, что доступность повсеместная этих технологий, появляются новые решения, они разрозненные, они предлагаются в том числе коммерческим организациям, и их с удовольствием, так как это все-таки пропиаренная тема сейчас, пытаются внедрить разные организации. Соответственно, могут быть разные эффекты от внедрения таких технологий, в том числе не очень положительные. Поэтому, на мой взгляд, такой регулятор точно нужен. И в рамках вот именно той концепции, о которой я говорила, что нам нужен некий аналитический центр единой обработки и вот этой вот настраивания всех этих процессов, естественно, это очень актуальный вопрос, и он нужен уже сейчас. Может быть, даже вчера. Да, скорее да. Спасибо огромное. Может быть, еще у кого-то есть вопросы? Хорошо, тогда еще можно, я воспользуюсь возможностью, задам вам еще один вопрос. Такая редкость общения вообще с вами. Вот у нас, получается, сейчас формируется процесс, который в значительной степени подразумевает некую вертикаль иерархии алгоритмов, когда вот мы занимаемся вопросом искусственного интеллекта. А что по поводу так называемых наук о внедрении, implementation science, как вот ваше экспертное мнение по их важности, учету вот в этом всем нашем движении в сторону нового города? Да, спасибо. Здесь тоже я точно соглашусь, что вы отметили важный вопрос. Важность, несомненно. Ну, во-первых, эти технологии позволяют более комфортно, быстро и просто внедрять эти технологии в практику. В том числе, вот я говорила о том, что люди не специалисты, которых нет компетенций в сфере искусственного интеллекта, они могут на основе этой возможности внедрять технологии, что, собственно, более быстро и комфортно позволяет это сделать и получить результат быстрее. Что на самом деле в наше время сейчас вот этот вот вопрос, потому что меняется ежеминутно ситуация в этой сфере. Хорошо, спасибо большое, спасибо, еще раз благодарю вас. Я бы хотел отметить, вспомнить небольшой случай, который произошел год назад в маркетплейсе Wildberries, когда были забастовки и различные акции, протесты у двери офиса. Это было связано с той ситуацией, которая возникла по решениям штрафом внутри пунктов выдачи заказов. И когда произошло широкое обсуждение, в том числе было, по-моему, закрытое совещание в Государственной Думе, то руководители маркетплейса, они объявили причину, которая была в основе всего этого. Это было решение, которое принял, по их словам, искусственный интеллект. И я думаю, вот сейчас, и с учетом этого случая, который был, и с учетом всего, что мы узнали от Оксаны Игоревны, я думаю, что для нас очень важны вопросы, которые помогут действительно вот внедрять и привлекать настоящих экспертов вот к развитию тем искусственного интеллекта в умном городе. Спасибо еще раз. Спасибо большое.
Следующее слово я хотел бы передать Олегу Александровичу Регосику. Он является проектировщиком, новатором, одновременно еще и предпринимателем и экспертом по проектной документации и информационному моделированию. Спасибо. Здравствуйте. Я бы хотел со своей точки зрения подчеркнуть важность и информационных моделей, и цифровых двойников. Для моей работы пока в основном я сталкиваюсь с информационными моделями, то есть это BIM-модели и производные по разным разделам проектирования из стадии, допустим, концепции, архитектуры или рабочей документации. И при работе важно подчеркнуть, что а дальше, как уже вот коллега подчеркнула, Валерия Михайловна, что модели в основном в проектных компаниях, они висят мертвым грузом. То есть уже реализован проект, уже сделана исполнительная документация и все. Это большой потенциал для того, чтобы, зашлифовав часть данных, которые не рекомендованы к распространению, можно использовать объемные эти модели для формирования, соответственно, цифровых двойников. По непосредственно работе с информационными моделями здесь стоит подчеркнуть, что на самом деле много можно рассказывать и довольно объемно, поэтому давайте я стараюсь кратко формировать мысль. По моделям сейчас достаточно мало использования самих, ну, если можно, следующий слайд я перелистну. По самим цифровым двойникам. Давайте к ним перейдем, потому что цифровые модели – это такая тема долгая, а вот цифровые двойники более сейчас актуальны и интересны. По цифровым двойникам, с точки зрения жителей города, я считаю, что можно подчеркнуть несколько пунктов, таких как сейчас, допустим, через Яндекс.Навигатор и карты мы используем навигацию. Навигацию внутри зданий – это торговые центры. Часто бывает очень удобно, когда ты заходишь в торговый центр, и там можно проложить путь к необходимой тебе торговой точке. А для навигации в городе, ну, все мы пользуемся навигатором, смотрим пробки, смотрим расположение даже подъездов в домах и входов, выходов. То есть проработка этих данных, она нам помогает в жизни. Вот. А что касается других аспектов для жителей города, здесь я бы хотел подчеркнуть несколько моментов, что цифровые двойники, они могут нам позволить... Извините, сейчас немножко выдохну, буквально минуту. Сейчас, секундочку. Олег Александрович, я хочу, может быть, прояснить некоторые моменты из того, что вы уже сказали. Значит, как вы оцениваете вот, ну, то, что какие есть сложности вот, в том, чтобы использовать вам вот, в вашей регулярной проектной практике как раз цифровые двойники? Какие могут быть ограничения в данном случае? Спасибо за вопрос. Здесь, наверное, я могу сказать, что пока в работе цифровые двойники не встречаются, так как нет такой уже сформированной базы, которая могла бы позволить мне, как проектировщику, допустим, когда я веду экспертизу проектной документации, выявлять какие-то
моменты, которые могут столкнуться в будущем жители города. То есть я могу отследить моменты по разным, допустим, конструктивным элементам или по инженерным системам. То есть накладывается ли система вентиляции на какие-то несущие конструкции или на другие системы по трассировке инженерии. Или как конечная отделка помещений повлияет на ее объем и на визуальный вид с точки зрения дизайна. Тогда в чем, в общем-то, стоит для вас, вот для непосредственно сферы, которая является связана с проектированием и реализацией этого строительства, может быть, коммерческой выгодой для ваших заказчиков, клиентов, может быть, выгода использования цифрового двойника, как вы считаете? Ну, на самом деле, вот я к этому еще не дошел, но если мы оттолкнемся от жителей, да, я подчеркнул именно, допустим, на этом слайде, что я отталкиваюсь от потребностей жителей для использования ими цифровых двойников, потому что в моем видении жители – это всегда конечный покупатель, конечный потребитель. Есть у нас, допустим, если мы перелистнем слайд, в какую сторону у нас прием? Секунду. Да. Ожил. Сейчас, секундочку. То мы можем просматривать заинтересантов, да, в разработке цифровых двойников. Это может быть коммерческие компании, там, застройщики или девелоперы, мы можем их так назвать. Это может быть, соответственно, агентство недвижимости, это может быть сервисы для обслуживания жителей. Но все равно все они так или иначе сводятся к тому, что они предлагают свои продукты, услуги для жителей. Новых жителей, если это новый жилой комплекс, или существующих жителей, если это уже какое-то вторичное жилье или просто, допустим, сервисы. И так или иначе все сводится к самому жителю. И вот если немножко назад листнуть, то жителю обычно предлагается просто повышение качества жизни с точки зрения умного дома, с точки зрения разных, опять же, предложений по сервису, по повышению его качества жизни или какой-то экономии, там, допустим, через регулирование отопления. И здесь я, рассматривая возможность разных коммерческих компаний, хотел подчеркнуть, что в целом для них цифровые двойники – это возможность формирования нового продукта. А в данном случае, если мы смотрим по продаже там, готовой недвижимости, это может быть формирование, допустим, агентство недвижимости формирует лот по продаже, и если он вписан в среду цифровых двойников, то мы можем понять окружающую его инфраструктуру, какие плюсы, минусы, не через Яндекс.Карты посмотрев, а посмотрев через какую-то общую информационную среду, которая дает много разных данных. Если мы рассматриваем, допустим, использование для следующий, ну давайте посмотрим по коммерческой, понятно, для тех же сервисов, как DomClick, Циан, Авито, это проработка их структуры выдачи объявлений по продаже или по аренде недвижимости. Это структуризация самого фонда жилого, городского, это и большие города, и малые. А тогда еще сразу можно пояснить, то есть вот помимо вот этих сервисов, какие вы еще можете выделить сервисы цифровые, которые могли бы быть на основе цифрового двойника, использованы всеми, максимальным количеством пользователей? Ну, здесь, мне кажется, нет ограничений, так как так или иначе все основные сервисы, они завязаны
Ваном сейчас на систему навигации, то есть по аренде автомобилей, каршеринг, там, самокаты, доставка еды, доставка, соответственно, курьер, курьерская между даже двумя потребителями, как, допустим, Юла. То есть все это завязано на навигацию внутри города, а навигация внутри города, она будет более удобной, то есть, с цифровыми двойниками. Угу, ясно. И тогда у меня последний вопрос к вам. Вот исходя из этого всего, вот в вашей проектной практике каждодневной, вы используете отечественное программное обеспечение? Я сейчас не использую отечественное программное обеспечение, но я в целом готов на него перейти, если оно будет дополнительно доработано. Я вижу большие возможности сейчас в разработке отечественной платформы для проектирования. Она у нас есть, это аналог AutoCAD, NanoCAD, и вопрос только формирования разработки Revit, аналога, да, для BIM-моделирования, но при условии, что это будет доступный софт для любого компьютера. То есть вопрос, конечно, программного обеспечения, то есть чтобы железо позволяло установить программу, но если у нас будет доступный софт, который можно использовать на любом компьютере, он будет вдвойне привлекательным, потому что сейчас те же AutoCAD, ArchiCAD, они с каждой новой версией закрывают возможность использования документов для старых версий. То есть мы не можем со старой версии программы открыть любой файл. А это большой минус, если его устранить, не вижу никаких препятствий, чтобы пользоваться такой платформой. Да, интересное может получиться преимущество. Спасибо большое. Спасибо. И сейчас я предлагаю выступить Игорю Владимировичу Кожелину, генеральному директору частной космической компании «Сердата». Да, коллеги, спасибо большое. Можно ли тоже кликер? Кого? Да. И желательно презентацию. Там искусственный интеллект в космосе, CTI и так далее. Пока коллеги включают презентацию, спасибо большое, во-первых, за приглашение. Действительно, очень приятно послушать было материалы от предыдущих спикеров. Пока слушал, понял, как много у нас общего. Что мы делаем на сегодняшний день, чем мы вообще занимаемся? Мы действительно частная космическая IT-компания. Мы на сегодняшний день работаем с космическими данными, которые мы получаем со спутников. Спутники как российские, так и иностранные. Для чего вообще это нужно и почему сегодня я здесь? Мало кто знает, но вообще космос на сегодняшний день практически во всех отраслях, как и IT, как и искусственный интеллект, активно применяется. На сегодняшний день мы создали несколько сервисов. У нас есть сервис по удобному быстрому заказу космических снимков и сервис по анализу космических снимков, потому что, если быть честным, мало кому нужны космические снимки, только если там для фотографии что-нибудь красиво посмотреть, а так по факту нужна аналитика информации, которая вычленяется с этих космических снимков. Вот поэтому мы идем в этом плане, да, спасибо огромное. В этом плане мы идем комплексно. В чем суть нашего продукта? Во-первых, работаем мы со сверхвысокими снимками. Большинство людей думают, что космос – это дорого. Из космоса можно только моря, океаны и крупные города видеть. Но на сегодняшний день технологии позволяют видеть в сверхвысоком разрешении. Это то самое разрешение, с которым работаем мы. Что такое сверхвысокое разрешение? Это когда у вас разрешение на пиксель составляет 0,3, 0,5, 0,7 метра. То есть, условно, каждый из вас, если его на пиксели побить, это от 4 до 7 пикселей. Вот если бы у нас не было бы здесь крыши, пролетел бы спутник, то мы бы поняли, что есть зал, есть ковер, есть логотип, который можно было бы плюс-минус прочитать, понять. Ну и увидели бы, что сидели люди. Да, мы не можем понять условно, что это там условно мужчина, женщина, то есть вас распознать, но мы можем понять, что вы здесь находились. Вот это если говорить про качество сегодняшней космической съемки. Ну и второй немаловажный и приятный момент. Стоимость космического снимка на сегодняшний день варьируется от 30 рублей до 2500 рублей за один квадратный километр. 2,5
3500 – это самый такой максимальный по качеству снимок, по частоте и так далее, по обработке. То есть цены вообще далеко не космические. То есть стоимость БПЛА гораздо стоит дороже, просто, как сказать, мало кто из людей знает о том, то, что такое может быть. Что же мы создаем, что мы предлагаем, что мы используем? В частности, у нас достаточно большое количество направлений, как раз удобно открыть слайд. Большое количество направлений мы сегодня применяемся и в сельскохозяйственной отрасли, и в нефтяной отрасли, и в добывающей, и в строительной, и в управлении регионами. Вот как раз пока замечательный коллега выступала, вспомнил, что когда-то на заре создания нашей компании мы начали общаться с архитектурными бюро, и у них был запрос как раз на аналитику, на информацию, потому что мы можем большие территории комплексно посмотреть, выдать цифры, причем помимо свежих снимков, преимущество космоса, с 83 года накапливаются архивные космические снимки. То есть мы можем условно посмотреть на несколько лет назад, увидеть, что было, что происходило. Ну и самое главное, мы помимо того, то, что видим, вычленяем информацию. То есть мы можем рассчитать количество лесов, увидеть загрязнение. Мы можем увидеть, изменилось ли здание, постройка. Мало тоже кто знает. Сегодня активно эту технологию используют в Арабских Эмиратах, либо при строительстве сложных объектов вдоль набережных. У вас, если огромное здание, и стоит на нем датчики, то сегодня, если земля уползает, есть вероятность того, что ваш датчик вместе с землей уползает, и он не заметит, из-за высоты здания, что условно произошло смещение. А в космосе, когда летает спутник, у него погрешность в пару миллиметров. То есть мы можем сказать, что на пару миллиметров сместил здание. На Земле вы это не поймете, а мы из космоса это можем понять. Но это тоже, на самом деле, уже не rocket science, это то, что активно используется, применяется. Ну и в связи с этим у нас... Вот как раз наши сервисы. Все в открытом доступе, можно спокойно зайти, зарегистрироваться с RDATA. Сервис по заказу космических снимков сделали максимально удобно, понятно, потому что мы сторонники того, что современные технологии должны быть ближе к народу. Заходите, несколько кликов, выбираете снимок и как на Wildberries можете с карточки оплатить. Сделано специально и для коммерческих компаний, и для вузов, и для частного использования. Там, если для частного, то с карточки, если для вузов, для компаний, заключается договор, заносится сумма на расчетный счет, и дальше организация самостоятельно может использовать, как пожелает. То есть не надо к нам каждый раз обращаться, что-то согласовывать, вам тоже не надо согласовывать, вы просто зашли, у вас есть ответственный человек, который нужную территорию протыкал, нажал пару кнопок и сразу же получил снимки. Так, дальше. Ну и второй сервис – это AI как раз наш. На сегодняшний день мы можем находить строительные объекты, мы можем находить незаконные постройки, свалки находить, оценивать уровень растительности по территории. Мы идем сейчас к тому, что планируем в середине этого года сделать достаточно мощную модель, которая будет полностью анализировать космические снимки. То есть мы вообще в принципе специалисты в первую очередь по искусственному интеллекту. Космос – это просто источник данных для нас. Вот. Благодаря этой модели можно будет действительно получать полную информацию о регионе, о крае, о строительном объекте. В частности, если опять же говорить про архитектурное бюро, то есть можно посмотреть, проанализировать из космоса достаточно большую территорию за недорого, сделать какие-то выводы и понять, что условно вот эти территории более интересные, там, ну и в дальнейшем там анализировать то, как эти территории дальше функционируют. Ну и вот тоже небольшой пример того, почему выгодно использовать космос и искусственный интеллект. Если мы берем 2000 квадратных километров, один тоже космический снимок, двое специалистов за 5 месяцев этот снимок анализируют на предмет незаконной постройки. Искусственный интеллект это делает за 5 часов. Ну, то есть как бы бизнес весь кроется в том, что мы очень сильно экономим во времени, самое главное в качестве. Так, дальше. Специально, так как все равно до сих пор большинство людей немножко побаиваются, когда мы говорим космос, искусственный интеллект, в общем, что-то сломать, взорвать спутник, вот, ну, не знаю, большинство коллег есть такие представления, у нас есть отдельный продукт, он называется CTI, это, по сути, консалтинг. Вы обращаетесь к нам, мы сами за вас все делаем. То есть, по сути, мы используем свои же собственные технологии, просто единственное, что мы сами нажимаем на эти кнопки, ну и потом это можем упаковать в красивый отчет. То есть, если вам нужна условно сутевая составляющая, там вы говорите, нам нужно там, ну,
прям только по делу. Окей, там 3-5 страниц информации вы получаете по делу. Там, если вы говорите, вам нужен крупный отчет, чтобы в каком-нибудь университете, в банке читаться, на 300 страниц, ну окей, там мы просто добавляем стоимость и делаем тот же самый отчет, красивый, яркий, на 300 страниц. В общем, как вы поняли, мы достаточно клиентоориентированные. Ну и зачем вообще использовать наши технологии? Все очень просто. Это намного дешевле с экономической точки зрения для мониторинга больших территорий. На предмет выявления незаконных действий, на предмет мониторинга действий, на предмет предсказания тех или иных действий. Ну и опять же, если мы говорим не только про деньги, но и про общество, это прозрачность того, что происходит в регионе, в городах, на местах. На сегодняшний день к нам стали обращаться активно строительные компании, компании, которые занимаются развитием территорий, потому что они хотят, прежде чем покупать что-то, посмотреть, во-первых, что было до этого, это очень важно. К сожалению, часто в документах все очень радужно и красиво, а когда мы начинаем смотреть космические снимки, выясняется, что там вообще свалка была 3 года, просто нигде она не упоминается. Так себе мероприятие, когда кто-то копать бетон начнет. Ну и, в принципе, вот эти всякие загрязнения и так далее. Вот что мы делали не так давно, в том году, с федеральной территории Сириус. Взяли снимок, стоимость снимка составила 24 тысячи рублей на федеральную территорию. Проанализировали его, посчитали количество зданий, сооружений. А, вот, ну уж, конечно, тут экран смотреть, там цвета немножко блеклые. Вот, посчитали количество зданий, сооружений, что вообще происходит, оценили уровень озеленения региона. Кстати, достаточно хорошее направление, мы сейчас в этом направлении идем. Условно, мы можем составлять рейтинги городов, то есть по озеленению, по количеству дорог, по доступности, то есть потому что все из космоса, ну, действительно достаточно хорошо видно. А если добавить еще данные из внешних источников, то там прям супер космос. Ну и вот такие заключения делаем, то есть показываем, что было, что произошло, ну и самое главное, это получается, как я уже сказал, стоит намного дешевле, чем БПЛА, а самое главное, на сегодняшний день, если вы в курсе, в 80% регионов Российской Федерации запрещено использовать БПЛА, срок согласования в среднем запуска от 30 до 60 дней. То есть если вы решите что-то поснимать, вы на это потратите много времени. Чтобы нам что-то поснимать, мы либо, во-первых, можем смотреть архивные снимки, то есть мы можем говорить, что было на сегодняшний день, кстати, архивные снимки больше всего востребованы, либо спокойно можем провести новую съемку, для этого не нужно согласование. То есть вы просто говорите диапазон дат, в который вам нужны характеристики, пролетает спутник, снимает, и вы получаете уже конечный результат. В среднем вот, на отчет по федеральной территории мы делали, нам 7 дней понадобилось. То есть всего за 7 дней, то есть вы получаете отчет. Ну и где используются космические данные? Активно используются в агросекторе на сегодняшний день. Это мониторинг сельхозполей, мониторинг закона и незаконного использования земель. Мы можем понять, что вообще происходит с почвой, нет ли там затоплений, нет ли там каких-то загрязнений и так далее, эрозия почв. То есть это все действительно из космоса на сегодняшний день наблюдается. Нарушение земель. Я все уже заканчиваю. Да, я прошу прощения, просто тайминг и очень интересная презентация, просто можно уже переходить к завершению. Вот, мониторинг строительства сегодня активно, как я уже сказал, применяют, вот как раз если где-то повреждение земель можно наблюдать. Ну и, как я уже говорил, активно используются сегодняшние строительные компании, банковский сегмент на предмет того, то, что им интересно посмотреть, условно, они дали инвестиции на какой-то проект, там, в частности, какое-нибудь промышленное предприятие, либо крупное ЖК, которое находится за пределами Урала, либо где-нибудь на севере, которую достаточно тяжело контролировать процессы, которые там происходят. Космоса, это стоит намного дешевле, ну и вот проще мониторить, посмотреть, проанализировать, понять, велась ли там, не велась ли какая-то деятельность, и как она выглядела. Вот, в принципе, что касается взаимодействия с вузами, на сегодняшний день мы активно работаем с рядом ведущих вузов России. Вот, для нас, в первую очередь, студенты – это возможность привлечь сильные, хорошие, талантливые кадры. Ну и в целом это очень хорошая история с популяризацией, потому что на сегодняшний день космос есть, искусственный интеллект есть, но мало кто понимает, что его можно использовать. Поэтому здесь для нас вузы выступают как такие очаги образования, до внесения в массы информации про наши продукты. Ну и на сегодняшний день мы, как я уже сказал, работаем и с региональными органами власти, и с крупными предприятиями, промышленными компаниями, ну и с фрилансерами, которым условно нужно просто получить аналитику, которую они уже потом дальше перепродают. Вот, спасибо большое. Спасибо. Вообще очень интересно. Да, пожалуйста, вопрос.
Да, большое спасибо, действительно очень интересно. Вы, на самом деле, предвосхитили один из моих вопросов по поводу взаимодействия с вузами, потому что у нас сегодня здесь такой формат экспериментальной площадки, где вузы и бизнес смотрят друг на друга, знакомятся друг с другом. А более технический вопрос. Как считаете, можно использовать ваши наработки как под основу для создания как раз вот цифровых двойников 3D? По космическим снимкам можно создавать 3D-модели, то есть это используется. Ну, честно скажу, лучше, конечно, ППЛА, потому что разрешение выше, и там несколько раз вы можете прилететь, то есть для сразу используются определенные камеры, но космические данные тоже используются. Я бы использовал космические снимки, условно, больше как такую хорошую подложку, которая именно комплексно все показывает, ну, а потом уже точечно используется ППЛА. Мы, кстати, на сегодняшний день идем по пути того, что мы не просто против БПЛА, а мы вместе с БПЛА. То есть, в частности, у нас в рамках холдинга SurSpace на сегодняшний день есть своя компания по БПЛА. И мы, по сути, как раз с коллегами показываем, объясняем, что сегодня выгодно использовать различные типы спутников и использовать БПЛА. То есть, условно, если мы говорим про инвентаризацию регионов, вы берете бесплатные спутники, из которых можно получить данные. С помощью искусственного интеллекта находите очаги, где что-то у вас под подозрением, вопросами. Дальше вы используете сверхвысокую съемку. Ну и дальше уже получаете аналитику. Если вам прям что-то нужно прям конкретно получить, в том числе, если вам нужно 3D-модели, уже берете сверху, закупаете БПЛА. Получается, суммарно это намного дешевле, потому что, опять же, вы заказываете БПЛА не по всей территории, с космоса вы получили снимок, и вы поняли, что вам нужно только вот эти границы, условно, заснять. Следовательно, вы просто-напросто заплатите меньше. То есть это тоже, ну, финансовая такая экономия хорошая. Спасибо. Спасибо. Я не представил, вопрос задавал, кстати, Юрий Трофименко, директор Центра исследований умного города. А у меня еще тоже небольшой вопрос. Он связан с тем, что вот хорошо, мы получаем эту информацию, это очень здорово, то, что вы нам показали и представили, это действительно хороший очень продукт. А что получается у нас по результату? Как можно, например, несоответствие, которое выявляется на этих снимках, использовать в судебной экспертизе? То есть можно ли результат работы искусственного интеллекта приравнять к строительной экспертизе, например, которая делается по решению суда? Ой, спасибо. Вообще замечательный вопрос. Приятно всегда выступать именно в среде коллег по бизнесу, по цеху, по образовательным направлениям. Да, можно использовать все, что мы говорим, показываем. В первую очередь, если мы говорим про платформу, это история рекомендательный сервис. По сути, мы упрощаем жизнь специалистов. То есть, если раньше нужно было 200 человек, чтобы они сидели, осматривали снимки, сегодня достаточно двух специалистов. Условно, один ML-специалист, второй GIS-специалист. Проводим аналитику, получаем дальше данные. Финально эту аналитику отсматривает именно человек и дает свое заключение. Сегодня в Российской Федерации активно используется досудебная практика. Все, что касается космических снимков, и сегодня достаточно были уже крупные разбирательства на несколько миллионов и миллиардов рублей, когда с помощью космических снимков в досудебном формате можно было доказать то или иное нарушение или опровергнуть его. В том числе сегодня и РЖД, и Норникель, и другие крупные промышленные эффективные компании данную информацию используют. Как сказал, искусственный интеллект упрощает работу, финально дает подтверждение и специалисты, и дальше это уходит в досудебный формат. Спасибо. Спасибо. Да, давайте только очень кратко, у нас тайминг. У меня работает. Да? Будьте добры, скажите, пожалуйста, вы упомянули, что вы сотрудничаете с вузами, а с какими вузами вы сотрудничаете? Да, МАИ, Московский авиационный институт, Казанский федеральный университет, университет Сириуса, IT-колледж Сириуса, с МИИГАИКом взаимодействуем, вот, надеюсь, с Высшей школой экономики начнем взаимодействовать. Сейчас также ведем переговоры с МГУ о взаимодействии, с ИТМО о взаимодействии, с ДФУ о взаимодействии. Спасибо. Спасибо еще раз. Хорошо, тогда сейчас мы переходим к нашему онлайн-спикеру. Это Александр Сергеевич Лык, руководитель сектора разработок стартапа «Полина». Я прошу запустить презентацию и включить трансляцию. Добрый день. Добрый день. Немного у нас сократился регламент. Пожалуйста, в пределах 5 минут попробуйте рассказать вашу тему. Да. Я могу сам запустить презентацию? Или да, запускайте самостоятельно с вашего устройства. Хорошо. Скажите, презентацию видно?
Да, видно, пожалуйста. Да, спасибо. Добрый день, я Илык Александр. Я тимлид разработки проекта по навигации внутри зданий. Я представляю группу разработчиков, которая занимается как раз системой навигации, и хотел бы поделиться опытом реализации нашего проекта в области развития и управления организацией на примере создания навигации для Московского политеха. Расскажу о цели нашего проекта. Мы хотим помочь посетителям зданий и мероприятий ориентироваться внутри зданий, в которых навигация осложнена. Мы проводили опрос среди студентов и преподавателей Московского политеха, который показал, что навигация в кампусах и корпусах университета, всего в университете 5 кампусов, и большинство из них состоит из нескольких корпусов, которые связаны друг с другом, она осложнена. И зачастую человек, который попал первый раз в один или другой кампус, теряется в нем, и ему достаточно сложно быстро дойти до какой-либо аудитории. Особенно эта проблема актуальна для абитуриентов, для первокурсников и для посетителей и гостей университета, которые пришли на какие-то мероприятия. И мы предлагаем для того, чтобы решить данную проблематику, создать приложение навигации, веб и мобильные приложения, отрисовать карты, подготовить все исходные данные и в перспективе автоматизировать процесс создания подобной навигации для других проектов, для других организаций. Функционал приложения представляет из себя отображение планов этажей, отображение информации о помещениях. В данном случае в нашем проекте мы отображаем информацию о аудиториях, о помещениях, где проводятся лекции, актовых залах и так далее, поиск этих помещений, также построение между ними маршрутов и навигация на мероприятиях, которые проводятся в зданиях университета. Наши исходные данные – в первую очередь, это планы БТИ, которые нам предоставляет университет. Они устаревшие зачастую бывают. Также им нужна дополнительная верификация и сопоставление с данными, которые мы либо собираем вручную об аудиториях, об их номерах и так далее, либо информацию, которую мы берем из баз данных, например, из базы данных расписаний. Вот такой план БТИ мы преобразуем в такую карту. На самом деле это не просто визуальное отображение, не просто векторная картинка, но на самом деле это сложная структура данных. Наши карты разрабатываются по строгому гайдлайну. Каждый полигон, так мы называем аудитории, разработан по строгим правилам и представляет из себя также структуру данных с уникальными идентификаторами. Также мы сохраняем нужные нам координаты, номера аудитории, предназначение их, точки входа, ближайшие аудитории, ближайшие маршруты. Хотел бы показать, как сейчас у нас работает разработка системы навигации на примере кампуса на Большой Семеновской, корпуса N Московского политеха. На данном видео представлен какой-то стандартный маршрут, когда человек приходит в корпус, идет до какой-то аудитории, потом от этой аудитории он идет в другую аудиторию, и после этого он возвращается обратно на выход. Вы можете перейти по QR-коду и посмотреть, как это работает. Этот интерфейс не оптимизирован под мобильное устройство, но тем не менее функционал будет вам доступен, и вы можете сами проверить, как работает наша навигация. По итогу созданных маршрутов человек посетил все нужные ему аудитории и вышел из кампуса. И маршрут оптимизирован и предоставляет человеку наименее длинный путь. Также мы разрабатываем веб-интерфейс, который у нас используется как и в мобильной версии сайта, так и в мобильных приложениях. По сути, это представление, которое будет удобно клиенту, который пользуется этим сайтом. Интерфейс разработан так, чтобы он был понятен и доступен разным пользователям, и студентам, и преподавателям, и, в общем, группе лиц разных возрастов и с разным опытом использования подобных приложений. Вы также можете перейти
по QR-коду и посмотреть, как выглядит наш веб-интерфейс. Также мы разрабатываем Telegram-бот. Telegram-бот отличается от мобильных приложений и веб-приложений тем, что в нем создаются текстовые маршруты и отправляется картинка с нужной аудиторией, нужным местом, которое ищет человек. Ну и на видео представлен какой-то стандартный флоу, когда человек приходит в здание и ищет какую-то нужную аудиторию, ему предлагается текстовый маршрут и картинка. Вы можете также перейти по QR-коду и опробовать наш бот. Сейчас маршруты у нас создаются вручную, но в перспективе мы сейчас разрабатываем систему, которая будет автоматически по графу нашей карты, которая представляет себе структуру данных, созданную по векторному представлению карты нашего маршрута. Также мы разрабатываем навигацию на мероприятиях. Таким образом выглядят наши карты. Это просто визуальное представление мероприятий, точек интереса, которые представлены на данном мероприятии. И мы получили коммерческое предложение от Московского политеха по разработке такой навигации на днях открытых дверей для абитуриентов, которые приходят в университет и посещают какие-то выставочные зоны, мастер-классы и так далее. Также у нас есть второй Telegram-бот, который стал быстрым решением, пока наша основная платформа еще разрабатывается, который помогает абитуриентам дойти до нужных точек интереса. Например, человек может дойти до приемной комиссии, и мы предоставляем маршрут до всех административных кабинетов, которые могут понадобиться абитуриенту. Также предлагаем, например, как пройти в бизнес-зону. И также бот, который создан для дня открытых дверей, предоставляет какую-то информацию, которую хотят распространять наши заказчики из Московского политеха. Например, это брошюра с программой дня открытых дверей, на которых указано, какие факультеты представлены, что за факультеты и зачем туда нужно поступать. Также в этом боте для дня открытых дверей, как в нашем первом продуктовом результате, который мы уже опубликовали, который активно используется, мы собираем данные и аналитику, например, новые пользователи, их, например, запросы получения файла с брошюрой, о которой я только что говорил, количество нажатий на кнопок, в перспективе также сбор информации о маршрутах, сбор статистики, какие маршруты были наиболее востребованы, какие места были наиболее проходимыми и так далее. Также мы в мобильных приложениях сейчас собираем аналитику с помощью Яндекс.Отметрики. В данный момент не можем его предоставить, потому что мы еще не опубликовали мобильное приложение. И в перспективе мы могли бы предоставлять данные, показатели, которые могли бы пригодиться нашим заказчикам для того, чтобы определять наиболее важные места, для того, чтобы создавать какую-то более оптимизированное расписание, составлять, например, при ковиде мы могли бы оптимизировать расписание так, чтобы потоки студентов не пересекались друг с другом. Например, в некоторых университетах некоторые лестницы были доступны только вверх, а некоторые только вниз, для того, чтобы потоки людей не пересекались. Мы могли бы предоставлять данные, которые позволяли бы также уменьшить данные пересечения. Александр, уже завершилось время, тогда переходите к тому, что у вас в итоге. В итоге мы были бы рады сотрудничать с консорциумом, получить предложение и разрабатывать похожие системы навигации не только для Московского политеха, но и для других университетов. Спасибо. Буду рад вашим вопросам. Вот я хотел бы уточнить, вот ваша навигация, она использует GPS, вообще какие могут быть средства применены, когда у нас нету системы позиционирования, это сейчас повсеместно, например, в Москве, какое решение могли бы предложить? В нашей системе навигации сейчас нет никакой системы позиционирования, дело в том, что GPS сейчас и на открытых пространствах работает зачастую неточно, а в рамках зданий, аудиторий,
GPS у нас никогда не работал точно, то есть, скорее всего, он будет показывать, что вы находитесь в другом корпусе, в другом здании, ну и этаж определить, на котором находятся пользователи, очень проблематично. По GPS мы могли бы только примерно определять, в каком кампусе находится человек, и сразу предлагать ему выбрать маршрут в этом кампусе. Но как решение данной проблематики мы могли бы создать функционал, который помогал бы позиционированию с помощью NFC-датчиков, например, для мобильных приложений. Пользователь мог бы прикладывать свой телефон с NFC-датчиком к размещенному NFC-стикеру, например, на аудитории, в которой вшита какая-то информация или ссылка, которая откроет наше приложение с информацией об аудитории, где он находится, и с предложением построить маршрут от нее. Ясно. А еще поясните, вот вы говорили об аналитике данных, а имеют ли они коммерческую ценность? То есть что можно сделать для инфраструктуры, анализируя навигацию? Да, спасибо за вопрос. Я забыл об этом упомянуть. Так как мы могли бы предоставлять информацию и показатели, где, какие маршруты наиболее востребованы, какие, на каких этажах больше всего ходят людей, какие, например, маршруты являются наиболее проходимыми за день, мы могли бы предоставлять информацию для коммерческого использования, для, например, для размещения вендинговых автоматов, для какой-нибудь продажи, если речь идет о какой-то коммерческой организации, о наиболее востребованных местах. Также, если речь идет о мероприятиях, на наиболее проходимых местах можно было бы размещать наиболее чувствительные для организатора точки интереса. Спасибо большое. Спасибо. И мы тогда переходим к следующему нашему участнику круглого стола. Это Ирина Александровна Шмелева, ординарный доцент Института дизайна и урбанистики Университета ИТМО. Пожалуйста. Спасибо большое. Кликер, если можно. Да, коллеги, спасибо большое. Я представляю Институт дизайна и урбанистики Университета ИТМО, и мы входим в состав крупного подразделения, которое называется Мегафакультет информационных технологий, и мы непосредственно взаимосвязаны еще и с центром, Национальным центром когнитивных разработок, в рамках которого проходят многие наши исследования. Конечно, поскольку я представляю образовательное учреждение, то как бы наш основной... Так, продукт, вот да, здание нашего университета, главное здание университета. Наш основной продукт это... Коллеги, извините, сейчас. Почему не хочет? Вот, наш основной продукт... Ага. Вот. Наш основной продукт – это образовательная программа магистратуры. И специфика этой образовательной программы заключается в том, что, во-первых, она абсолютно междисциплинарная, то есть мы приглашаем специалистов, как бы абитуриентов с бакалаврским образованием из очень разных областей. У нас есть и IT, у нас есть архитекторы и градостроители, социологи, экологи, философы. В общем, мы, в принципе, рассматриваем город как сложную систему, и междисциплинарный подход здесь наиболее уместен. И понятно, что мы можем как бы предлагать две программы, два направления. Одно направление – это градостроительство, и второе направление – это наукоемкие технологии, экономика инноваций. Но кроме магистерской программы, у нас есть аспирантура по направлению управления в организационных системах, и мы, соответственно, предлагаем программы дополнительного профессионального образования. Эти программы у нас идут по разным направлениям. Вот здесь обозначено три: цифровая урбанистика, пространственный анализ городских данных и геоинформационные системы. Но, в принципе, мы работаем под интересы заказчика и работаем с бизнесом, работаем с представителями муниципалитетов и организуем различные вот эти образовательные программы. Соответственно, я уже говорила о междисциплинарности. У нас очень междисциплинарный коллектив специалистов, и среди них есть разные специалисты. Я, в частности, представляю лабораторию устойчивого развития городов.
Да. Я пропущу, наверное, эти слайды, но скажу буквально одно слово, что мы проанализировали как бы образовательные продукты, которые есть в области устойчивого развития городов и умного развития города. Как вы видите, в общем, это не очень плотная как бы сеть вузов, которые предоставляют эти проекты, предложения. Да? Немножко больше сейчас интерес идет в области циклической экономики, и здесь используется в том числе большое количество информационных ресурсов, вот, но, в принципе, это все тоже не так много. Ну и совсем мало специалистов мы готовим в стране в области ESG, Environmental Social Governance, тоже проектов, которые здесь очень важны. Да, я достаточно быстро пролистаю, да, это наша образовательная программа. Вот. И понятно, что необходимость в такой программе связана именно с тем, что в области градостроительства и урбанистики у нас достаточно низкий уровень вот, цифровой трансформации этой отрасли и низкий уровень подготовки специалистов в области градостроительства и управления, имеющих навыки и владеющих IT-технологиями и различными вопросами. Вот. Поэтому вот у нас есть образовательные модули урбанистика, градостроительство, информационные технологии, анализ данных, прикладные исследования, устойчивое развитие и умное развитие городов. Это мы предлагаем вам в качестве. Наш особый интерес – это вопросы, связанные и с инклюзивной средой, и с мобильностью, устойчивой мобильностью, новыми подходами к этим вопросам, и созданию города, дружественного детям. У нас много интересных как бы разработок именно в этом направлении. Так, не хочет меня сильно слушать. Да, значит, я просто, наверное, покажу различные исследовательские проекты, которые мы делаем. Это проекты, всевозможные проекты, связанные с разработкой цифровых двойников города и как бы цифровой модели городов. В частности, один из проектов делается для города Севастополя. И, в принципе, здесь создаются разные варианты моделей. Это модели данных, модели населения и сбор различных пространственных индексов, и также распространение как бы, этих подходов на основная как бы, наша базовая естественная модель – это Санкт-Петербург. Мы работаем очень плотно с Ленинградской областью, и у нас есть проекты в разных городах России, Краснодаре, Саратове, Новгороде и так далее. Так. Что-то она меня плохо слушается. Да? Здесь просто я хотела показать вам различные варианты, как мы работаем с исходными данными. И данные собираются, соответственно, нашей исследовательской группой. И на основе этих данных далее строятся различные наши, соответственно, модели. Наша основная как бы идея или основная концептуальная идея – это построение объектной модели городской среды. И, в принципе, в качестве объектов выделяются всевозможные социальные объекты. Очень много внимания уделяется вопросам социальным, естественно. Там и детские сады, и школы. И идея заключается в том, чтобы был как бы единый источник данных, и они могли быть использованы далее в различных системах управления. Да? А вопрос, которым мы тоже достаточно плотно занимаемся, это вопросы, связанные с различными аспектами доступности различных сервисов в городе и, в частности, вот, транспортной доступности сервисов в разных районах, в разных регионах и Санкт-Петербурга, и различных других, соответственно, городов. Наши студенты участвуют в наших проектах и в как бы исследовательской работе. И фактически студенты, начиная свою исследовательскую работу, постепенно переходят в разряд аспирантов, и работа продолжается уже вот в нашем институте. Как бы так... Не хочет меня слышать. Угу.
Да, ну вот один из проектов, предыдущие уже у меня как бы исчезли и пропали, там речь шла о том, что выполнялось исследование по поводу размещения общественных пространств для подростков на основе анализа данных, и вопросы, связанные как раз вот с доступностью социальных объектов, таких как детские сады, школы, больницы и так далее, и так далее. И вот один из примеров, который был сделан в прошлом году, один из проектов, это вопрос, связанный с подбором различных растений в контексте озеленения. Была использована сетевая модель на основе Network Analysis, и в частности этот продукт очень востребован, и он может быть интересен для и планировщиков, и для дизайнеров среды, и для всех, кто занимается вопросами, связанными с озеленением. Одна из областей наших интересов – это анализ запросов жителей. Вообще мы ставим интересы жителей в, как бы, в основу всех наших разработок. И в частности на тех ресурсах, где жители оставляют свои жалобы, свои пожелания, там, свои какие-то претензии, можно получить достаточно много интересных данных, которые выявляют проблемы, с которыми сталкивается город. И в частности, вот у нас есть одна из наших разработок, это анализ, текстовый анализ обращений граждан и выявление тех проблем, с которыми граждане сталкиваются, соответственно, их локализация и выявление тех как бы возможных решений, которые могут быть здесь, соответственно, предприняты. Да? Есть ряд проектов, которые в настоящий момент запущены в нашем институте. В частности, один проект – это разработка цифровой платформы ценностно-ориентированного проектирования, мониторинга, системного развития реновируемых территорий. И продуктом и результатом этого проекта является определенная модель, связанная с мастер-планированием, которой могут пользоваться разработчики, которой могут пользоваться архитекторы. Вторая наша, соответственно, тема, с которой мы в настоящий момент работаем, это также вопросы комплексной оценки мониторинга планирования жилой и промышленной застройки. Нашими потенциальными заказчиками являются проектное бюро. Очень много как бы, интереса проявляют наши проектное бюро, с которыми мы сотрудничаем. Основная проблема здесь заключается в том, что в проектной документации очень много нестыковок, очень много различных метрик, с которыми крайне сложно работать. Поэтому здесь задача идет разработки вот некоего такого цифрового маркетплейса, который позволил бы нашим потенциальным клиентам пользоваться, соответственно, проектной документацией и определять ее согласование. Ну и второй момент, третий момент, практически здесь в названии все есть, это разработка, оптимизация различных маршрутов на основе нейронных сетей. Так, мы также рассматриваем один очень интересный вопрос, который связан с решением, которое было принято в 2016 году Международным технологическим союзом. Это вопрос, связывающий проблему устойчивого развития, то есть реализация целей экологических, социальных, экономических и использование инструментов умного города. И вот эта декларация, что умный город и инструменты умного города – это средство для достижения цели устойчивого развития. Для нас, в общем, это очень важный аспект. И здесь я сформулировала некоторые вопросы, которые, в общем, могут быть, может быть, интересны для взаимного сотрудничества. Вопрос о том, какие все-таки умные технологии будут способствовать реализации экологических, социальных, экономических целей развития города, он все еще остается достаточно открытым. Вопрос про реагирование на
различные экстремальные ситуации, с которыми сталкивается город, в частности, вопросы, связанные с изменением климата и теми катаклизмами, которые, в принципе, грядут. Санкт-Петербург, например, город крайне уязвимый к этим проблемам, потому что у нас мы как бы относимся к прибрежному городу, мы расположены прямо на территории Финского залива. У нас идет очень опасная с точки зрения нашего комитета по природопользованию специалистов, очень опасная тенденция намыва территорий и постройки новых как бы районов на этом месте, потому что именно эти территории являются наиболее уязвимыми, если будут какие-то вот такие природные катаклизмы. Поэтому здесь вопросы, связанные с вот этими гибкостью и резилиенс к природным катаклизмам, они тоже очень важны. И вопрос, какие умные технологии могут эти решения, собственно говоря, нам предложить. Вопросы, связанные с тем, что у нас большое количество загрязнений в разных городах, у нас есть очень грязные города в России, да, города, которые не справляются со своими отходами и так далее. И восстановление вот баланса городов, использование умных решений – тоже важный вопрос. Вопросы, связанные с public participation, то есть вовлечение жителей в процессы принятия решений в городе, также могут быть решены с помощью различных информационных аспектов и технологий. Ну и, наверное, самый важный вопрос – это вопросы городского управления. То есть каким же образом все-таки наш искусственный интеллект и умные технологии помогают нашим управленцам принимать городские решения? В чем основная как бы специфика? Инна Александровна, да, нужно я уже… Я закончу. Чудесно. Да. Здесь основные аспекты моделирования города и, соответственно, контакты. Отлично. А у меня, знаете, к вам сразу… Это так... не моя уже, да, да. А у меня к вам сразу вопрос тогда. Да. Вот спасибо за очень интересное представление вашей работы в образовательной сфере. А как могла бы вот представленная часть, она могла быть обращена к другим членам консорциума? Может быть… Вот у меня сразу первый вопрос, очень интересная программа. Я думаю, что при помощи нее можно было бы повысить квалификацию или дополнить образовательные компетенции в очень многих вузах консорциума, да? Если она в дистанционной форме, можно ли купить эту программу, пройти у вас обучение по ней, не приезжая, например, обязательно в Санкт-Петербург? Вы знаете, мы очень многие программы дополнительного образования проводим онлайн. Да, но я сразу скажу, что у нас нет вот такой готовой программы продукта, которую бы мы стали продавать, потому что основная специфика – это как бы учет интересов наших заказчиков. То есть мы составляем программы дополнительного профессионального образования как бы под интересы. Понятно. Компания. А вот тот кейс образовательный, который вы нам показали, вот эта программа, она может быть в доступе через удаленную систему? Вы знаете, что это программа магистратуры, да, если мы говорим… Ну, заочная форме она есть? У нас нет заочного обучения, но поскольку это магистратура, то, в принципе, значит, во-первых, мы всегда идем навстречу людям, работающим, и даже по такому негласному распоряжению мы начинаем занятия во второй половине дня. Не очень удобно для преподавателей, но плюс мы как бы открыты и для присоединения в онлайне, то есть это тоже возможно. То есть это все-таки из других городов тоже возможно? Да, конечно, конечно. Супер, конечно. Спасибо. Это возможно. Спасибо. Да. Ну и, соответственно, для проектов мы открыты к обсуждению, сотрудничеству и готовы дать свою экспертизу. Да, конечно. Хорошо, благодарю вас. Может быть, еще есть какие-то вопросы? Тогда давайте перейдем. У нас есть онлайн-спикер. Это Алексей Михайлович Осипенко, руководитель Центра компетенций Smart City Тюменского индустриального университета. Пожалуйста, запускайте презентацию, подключайтесь. Добрый день. Так. Есть трансляция, можно приступать. Сегодня хотел бы немножко рассказать о том, чем мы занимаемся.
Центр компетенций, судя из названия, занимается в основном технологиями интернета вещей и умным городом. И в рамках тех проектов, которые я хотел бы представить, хотел бы рассказать о том запросе, который сформировала у нас городская администрация. Значит, есть запрос на повышение качества жизни в центре города. То есть нужно повысить привлекательность этих районов как для непосредственно горожан, так и для туристов. И одна из основных проблем, с которой столкнулись, это транспортная и пешеходная доступность, как раз вот центров притяжения, находящихся в наиболее востребованной части. И исходя из этого, обратились к нашему опыту управления городской мобильностью. И один из проектов, который был реализован в рамках управления мобильностью, это внедрение комплексной системы единого парковочного пространства. Значит, в рамках этого проекта была разработана концепция единого парковочного пространства. Мы провели тщательный анализ существующей территории, провели ряд исследований по оценке востребованности мест, разработали методику, позволяющую регулировать спрос на парковки благодаря постоянной системе мониторинга этого самого спроса. Автоматизировано в рамках регламентов городских уже автоматически изменять стоимость парковки на зоне парковочного пространства, благодаря этому снижать или повышать спрос на ту или иную зону парковочного пространства. Еще один из проектов, который был реализован в рамках городской нашей агломерации, это организация системы мониторинга климата в производственных помещениях одной из наших птицефабрик. Значит, в этом хозяйстве уже была организована система мониторинга, но сложность была в том, что она состояла из нескольких этапов реализации этих систем. И получилось так, что управлять этим комплексом достаточно сложно. То есть где-то были 30-летние давности системы мониторинга еще на немецком оборудовании, которое уже потеряло и, возможно, свою актуальность и доступность для замены вышедших из строя датчиков. То есть несколько разных систем использовалось. И попробовали внедрить систему мониторинга на использовании беспроводного протокола LoRaWAN. Оснастили порядка 116 помещений системой мониторинга, разработали систему, которая позволяет снимать показания по беспроводному протоколу, оповещать об аварийных ситуациях диспетчера и ответственных лиц, контролировать автоматически соблюдение верхней и нижней границы температур, причем она изменялась динамически, то есть для каждого из отдельных объектов свой был график температур. Ну, условно, когда птенец вылупляется и растет, температура должна меняться в определенном графике, и очень важно соблюдать эти требования. Разработали конструктор отчетов и контроль потери пакетов для того, чтобы избежать каких-то внештатных ситуаций. Еще один из результатов, который был хорошо востребован городом, это внедрение системы мониторинга и управления объектами транспортной инфраструктуры. В рамках этого проекта был разработан комплекс решений, благодаря которым администрация города могла через систему дашбордов оценивать, насколько эффективно работает то или иное решение. На основании этих данных можно было закрывать акты выполненных работ для подрядных организаций
и контролировать, насколько надежными показывают себя те или иные элементы системы городской инфраструктуры. Ну, так как из тайминга вышел, я сильно сократил выступление свое, поэтому готов ответить на ваши вопросы. Спасибо большое за соблюдение тайминга. Ну, у меня в первую очередь вопрос, то есть вы показали вашу работу, ориентированную на заказчиков, а какие у вас, может быть, есть идеи по тому, чтобы продолжать эти направления, но уже, может быть, с привлечением членов консорциума, то есть где вам нужна помощь, или наоборот, вы бы хотели предложить вашу продукцию на коммерческой основе, где вы видите ее использование? Самая основная идея, почему мы, в принципе, приняли участие в этом консорциуме, то, что как-то так получается, что коллаборации между вузами не очень активно развиваются. И как показала предыдущая коллега, по географии нашей страны сильно мало красных точек. Соответственно, основная цель участия в этом консорциуме – это повысить информированность о том, что сделано уже в других вузах, донести информацию о том, чем мы занимаемся, обобщить и систематизировать общие наработки в рамках технологии умного города. Но что бы мы хотели предложить, это наработанные компетенции в области проектирования маршрутных сетей и разработки и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры городов. Алексей Михайлович, а вы готовы к конкретным шагам, например, к написанию совместной заявки на грант, то есть чтобы можно было это уже реализовать в действиях? Конечно. У нас уже был опыт взаимодействия с Высшей школой экономики, и мы активно готовы участвовать во всех ваших проектах. Спасибо большое. Будем вас приглашать. Спасибо. И я бы хотел перейти к следующему нашему спикеру. Это Максим Александрович Дрыков, управляющий директор ООО «Матрешка Инжиниринг». Добрый день. Спасибо большое, что пригласили нас. Сегодня со мной будет также во второй части нашего короткого выступления выступит Иван Косов. Это наш главный инженер компании «Матрешка Инжиниринг». Отрадно было ознакомиться с повесткой сегодняшнего мероприятия о том, что это такой межвузовский союзного государства круглый стол с Россией и Белоруссией. Коротко о «Матрешке». Значит, мы сравнительно молодая компания, нам не более 3 лет совместная. Значит, у нас... Сейчас, кликер. Нужно, походу. Что-то не двигается. Куда направить? А куда направить? На экран? Не понимаю. Зависло, наверное. А вот, да. Значит, на сегодняшний день у нас порядка 80 человек в команде. Мы приблизились к цифре 500 000 квадратных метров запроектированного фонда. 12 проектов у нас реализованы. Значит, у нас 2 офиса. Один офис в Москве и один офис в Республике Беларусь, город Гомель. Там у нас сформирован основной костяк в проектировщиках. Мы занимаемся непосредственно разработкой документации от разработки земельного участка от мастер-планов до рабочей документации, мастер-планы, концепции, проектно-рабочей документации. В своей работе мы, получается, у нас есть 2 направления. Мы, когда заказчикам необходимо, разрабатываем документацию в автокаде, и уже второй год, как мы переходим на рельсы полноценного БИМа в Ревите совместно с командой. Значит, если... То есть это наши принципы компании, которые мы, условно говоря, в каждом проекте, закладываем. Ключевое – это то, что
все решения, которые мы сегодня разрабатываем, они должны быть реализуемы и востребованы там долгое время. В части фасадных решений мы очень плотно работаем с экономикой, мы уделяем большое внимание балансу продуктовых и проектных решений, которые закладываются непосредственно уже на этапе мастер-планов. То есть ряд там ключевых принципов, которые важны для девелоперов. То есть наши ключевые заказчики – это девелоперы. Но на сегодняшний день мы столкнулись с такой проблемой, о том, что мы уже чувствуем кадровый голод, идет большой спрос на разработку документации, но вместе с тем мы видим сокращение трудовых ресурсов и удорожание стоимости трудовых ресурсов, поэтому мы сейчас активно пошли в сторону взаимодействия с вузами, которые готовы совместно с нами реализовывать наши проекты, которые являются носят прикладной характер. Поэтому это одно из направлений. Плюс вот сегодня основная тема – это умный город. То есть это, как говорится, единая цифровая информационная модель, которая взаимодействует все участники процессов от вузов, бизнеса, власти, чтобы эта модель была информативной и, самое главное, имела какой-то прикладной характер. Вот. Вместе с тем, то есть это коротко там про наши мастер-планы. Мы уделяем внимание как раз развитию на этапе мастер-плана экономики проектов, чтобы все стороны, которые задействованы на этапе мастер-плана, начиная от бизнеса, заканчивая конечным клиентом, были удовлетворены своими запросами. Девелопер должен заработать, власти должны получить хорошую, качественную городскую среду. Значит, клиент, конечно, должен получить правильный, хороший продукт, эргономичные планировки, красивые фасады, правильное благоустройство. Это как бы решается как раз на этапе мастер-плана. И большое внимание, мы сегодня находимся в Высшей школе экономики, еще раз повторюсь, уделяется внимание экономике проекта, поэтому, то есть, чтобы развиваться и там все поступательные действия были со стороны бизнеса, важно, чтобы там текущий проект был экономически выгоден, чтобы потом дальше в дальнейшем развиваться. Это я проскочу, потому что тут уже, в принципе, это более подробно про наши принципы и этапы на разработке мастер-планов. Значит, следующий этап, когда мы разработали мастер-план, мы переходим уже непосредственно к разработке конкретной очереди. Там, в зависимости от емкости рынка, мы разрабатываем уже объемно-планировочное решение, которое как бы является основой для разработки проектно-сметной документации. Вот одно из нововведений сегодняшнего дня, с этого года, в частности в Москве, вышло требование Москомархитектуры по разработке высокополигональных моделей, которые являются как бы первым слоем метавселенной города. Вот. И в этой связи мы, значит, там уже у нас есть конкретный кейс. В Москве мы разрабатываем высокополигональную модель, которая является как бы как раз основанием для внедрения вот этой нашего проекта в метавселенную общую. А здесь, вот в этом направлении, может быть, сразу подскажу, ну, как бы наше какое-то обращение. Мы бы хотели там развивать в этом направлении с вузами, может быть, совместную деятельность в этом направлении. Может быть, вузы нам смогут предоставить специалистов, которые в этом направлении как бы понимают и имеют опыт. Мы бы вот в этом направлении бы совместно сотрудничали. Там плавно уже приближаюсь, то есть это наши принципы на этапе разработки проектно-сметной документации, но буду все-таки придерживаться основного там тезиса и посыла «Умный город». Значит, перешли к BIM. Вот у нас есть команда специалистов BIM-менеджеров и BIM-координаторов в городе Гомель, Белоруссии. Там у нас порядка 5 человек. Помимо того, что мы работаем уже в тех информационных ресурсах, софтах, которые есть на рынке, мы также разрабатываем собственные плагины, которые позволяют нам сокращать сроки проектирования, сокращать там издержки, сокращать какие-то неточности в расчетах для того, чтобы быстрее разрабатывать и быстрее сдавать проект уже там в документацию застройщика для того, чтобы реализовать этот проект. Здесь поподробнее сейчас расскажет про наши BIM-возможности и BIM-плагины Иван Косов. Я тогда передам ему слово. Добрый день, коллеги. Ну, если говорить про почему мы к этому пришли, я думаю, каждая компания, которая с Revit связана, занимается так или иначе автоматизацией проектирования. И автоматизация позволяет снизить ошибки и ускорить выдачу правильных моделей и документаций.
грустно, что потом эти модели, они, как правило, заказчиком не используются. И у нас ранее было, так как мы компания полного цикла, скажем так, и генпроектирование от стадии предпроекта, концепции и до получения ЗОС и РВ, как техзак, то у нас, скажем так, есть опыт в BIM 360, но сейчас нет, скажем так, нормальной среды продуктов таких, в частности, там, на российской основе созданных, которые позволяли бы также использовать возможности BIM-среды и в дальнейшем передачи модели в эксплуатацию. Потому что очень большой труд проектировщиков, собственно, в рамках разработки. Там плагины – это одна маленькая часть, но большие модели, когда создаются, они выстраданные. Я думаю, все проектировщики это знают. Соответственно, хочется дальше увидеть как-то жизнь этих моделей. Цифровой двойник это позволяет сделать уже в какой-то степени. Но вот в рамках эксплуатации мы сейчас работаем с нашими коллегами, чтобы в дальнейшем внедрять ее и в эксплуатацию в том числе. Также мы работаем над тем, чтобы BIM подружить с графиками и не выходить за любые сроки, сроки проектирования. Да, это небольшие слайды, как это у нас пока что все устроено. Работа ведется в полной мере. Также, если говорить про умный город, то, наверное, стоит упомянуть, что сейчас уже в Москве активно используется такие вещи, как служба, в частности, там, МГГТ и так далее, система 112 и информ-телесеть. Эти компании, которые выдают технические условия, и мы так или иначе должны отдавать нашу документацию, интегрировать ее в систему умного города, города Москвы. Но такое не по всем городам есть. Вот, поэтому, может быть, один из запросов, это в том числе распространить опыт Москвы на другие, в том числе, города, сделав это какой-то компактной версией, потому что в том числе исходные данные, когда мы получаем по другим городам, даже далеко ходить не надо, это Новая Москва, там все сильно хуже. Если говорить ОПС МГГТ в Москве навел порядок, то в Москве там Тина Ущербенко, сейчас вот только наводится порядок в этом плане. И это вот мы вышли буквально за МКАД. Что дальше, там сильно хуже все с исходными данными. Поэтому наведение порядка в исходных данных, цифровые двойники, архивные снимки и так далее. Элементарно даже вот геоподоснова в цифровом виде существует далеко не в каждом городе. Поэтому один из, в том числе, возможно, запросов – это как-то распространить опыт Москвы на, скажем так, другие города. Вот. Это, так сказать, боли и примеры. Еще добавлю тогда, чтобы уже завершать наше выступление с Иваном. Из прикладного, из нашего предложения как бизнес, представителя бизнеса, мы бы очень отрадно, что сегодня там организаторы позволили нам выступить и совместно пообщаться и услышать от представителей вузов, других проектных компаний, компаний, которые занимаются высокими технологиями. Вот. То есть наша потребность идти в IT-разработку – это не самоцель и не хайп, это как бы вынужденная мера, потому что нам важно повышать производительность труда. То есть это как бы и на уровне государства одна из ключевых целей – повышение производительности с учетом текущих и демографических сложностей, и кадрового дефицита. Поэтому, значит, здесь вот коллега выступала из Приволжского университета, что у них есть созданная ферма. Поволжского. Поволжского. Извините, пожалуйста, да. Поволжского университета. Значит, у них создана такая ферма, по данным, которые они насыщают в разных областях, и могут иметь какой-то прикладной выхлоп, прикладной результат. Здесь, в нашем случае, как я понял, здесь все зависит от качества тех исходных данных, которые искусственный интеллект обрабатывает. Чем больше, тем лучше. У нас одно из видений такое, что мы там делаем, в принципе, там, если продукт комфорт или комфорт плюс, то мы, по большому счету,
плюс-минус попадаем в те же самые планировочные решения, востребованные рынком. Они не особо-то отличаются на самом деле от Москвы или там Хабаровска, потому что потребность в эргономичных планировках, она везде востребована. Вот, поэтому мы как бы этот опыт постоянно руками перечерчиваем. Здесь может быть какой-то симбиоз и объединение сделать в плане генерации искусственным интеллектом планировочных решений. Там знаем, что и там в том числе там крупные банки, там, в частности, Сбер тоже занимаются там искусственным интеллектом. У них тоже есть определенная накопленная база данных. И здесь будет, нам, может быть, как-то объединиться Высшая школа экономики, Павловский университет, да, который имеет вот этот, значит, возможность фермы искусственного данных по искусственному интеллекту, и посмотреть, какие решения мы могли бы как раз применять, ну, и генерировать для наших, наших проектов. Это первое, как бы, предложение. Второе предложение мы видим. Вот коллега из Smart City города Тюмень выступал. На этапе мастер-плана мы как раз проектируем жилые комплексы в зависимости от площадей. У нас там бывает и 5 гектаров, и 16. Вот там в Тюмени у нас сейчас запрос на 23 гектара земли. Мы понимаем, что это образуются новые микрорайоны большие, а та транспортный каркас и транспортная сеть, она, как мы понимаем, может быть, не поспевать за теми объемами строительства, которые идут в жилищном строительстве. Поэтому здесь какое-то моделирование, потому что мастер-план, он развивается долгие годы, такой стратегический документ, там, 3, 5, 10 лет, и там постоянно увеличивается количество проживающих людей, нам бы важно как бы здесь прогнозировать и моделировать эту историю. Мы как раз на этапе аналитики первого этапа на мастер-плане, мы вот эту историю смотрим. Плюс видим потребность также такого прикладного характера ветровой нагрузки, потому что когда строятся большие дома, высокие, там, если посмотреть в Сити, там постоянный ветер задувает, то есть там как бы экспертиза ветра, непонятно, была ли она, ну, как бы, этот вопрос. Была. Да. Было моделирование. Да, вот это моделирование. И нам как бы вот этот опыт можно перенять, как бы и в наших проектах тоже применять ветромоделирование. Вот. По аналогу Revit'а я сказал, тут есть Ренка на накат, коллега, вот Олег Александрович очень правильно подметил, здесь какая-то потребность у нас возникает допилить, дошлифовать, чтобы это как-то ожидало, ну, соответствовало юзабилити, чтобы это было как-то, ну, удобно для проектировщиков, да, и паровозико-полигональные модели полностью поддерживаем, цифровой двойник, это полностью там помогает понимать и дом, там микрорайон, район, чтобы это было как-то удобно и для всех там участников и для конечных пользователей. Вот Максим Александрович, да, я... Все, заканчиваю, поэтому спасибо за внимание. Наше предложение и открытость консорциума, оно подтверждается. Хорошо, спасибо. Иван Александрович, Максим Александрович, у меня, знаете, к вам небольшое вот уточнение. Вы сказали сейчас об вещах, которые связаны с тем, чтобы, так называемо, использовать повторное применение уже созданных информационных моделей или каким-то образом задействовать автоматический способ разработки проектных решений. Вот. Хочу просто вам ответить сразу, что да, есть большой интерес, и у нас здесь тоже он есть, в плане того, чтобы создавать некий аналог или софт, которым может основываться, как, например, связка программы, программного обеспечения RINA с плагином Grasscooper, да, для того, чтобы вот создавать, это используя как прототип, как идею, да, уже создавать другое программное обеспечение с таким же функционалом. Поэтому здесь есть совпадение, вот, и, соответственно, к этому диалогу можно будет тоже присоединиться. Ну и по поводу вопросов экспертизы, моделирования, а также учета вопросов ветровой и климатической нагрузки, то здесь и наш университет, и другие можем выступать в качестве тех, кто могут оказать вам экспертную поддержку. То есть как по отдельным объектам, так и, в общем-то, в системном плане. Спасибо. Да, будем иметь в виду. Спасибо. Спасибо. И в завершение у нас есть еще один спикер из Республики Беларусь. Я бы хотел передать слово сейчас Денису Васильевичу Капскому, председателю Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь. А,
пока идет подключение, у меня к вам вопрос, тоже связанный с союзным государством. Скажите, а почему у вас BIM-проектировщики в Беларуси, а не в России? Позвольте, это отвечу. Так исторически сложилось. Вот у нас там формировался основной костяк проектировщиков, поэтому мы видим там очень хорошую базу, интеллектуальную базу, да, и очень сильные специалисты. Поэтому у нас там и сформированы команды, у нас есть там и технический наш партнер, технический директор, который занимается как раз подбором кадров. Ну, такая очень дружеская обстановка в коллективе. И то, очень... то есть дело не в деньгах? Ну, вы знаете, скажем так, здесь, безусловно, есть факт, экономики, да, экономической модели бизнеса, но сформирована команда, это самый главный актив. Ну, то есть поэтому да. Белорусы выиграли, я понял. Да, нет, мы развиваем еще московский офис, да, здесь у нас формируется некая тоже компетенция, у нас здесь офис там, направление R&D, НИОКРА, значит, направление по архитектуре, по конструктиву, по инженерным сетям. Ну, так сложилось, поэтому мы как-то балансируем в этой парадигме. И нам очень импонирует как раз вот это взаимодействие с Белоруссией. Мы поддерживаем и вместе с тем развиваем еще и российский офис в Москве. Понял вас. Вы очень дипломатичны. Хорошо. Спасибо, Денис Васильевич. Пожалуйста, вам слово. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Мне очень приятно находиться на таком прекрасном, я бы сказал, высокоуровневом интеллектуальном и научно-образовательном платформе, как такой круглый стол организован вами. Это очень просто восхищает, как всегда. Ну, я хочу отметить Константина Юрьевича, который всегда приглашает на прекрасное заседание. Здесь я представляю три учреждения высшего образования. Это Брестский государственный университет имени Александра Сергеевича Пушкина, непосредственный закоперщик консорциума одного из таких флагманов, также Академия управления при президенте Республики Беларусь, которая создает одну из площадок по Беларуси, и, конечно же, Белорусский национальный технический университет, который является, ну, наверное, сердцем и мотором данного предприятия. И надо отметить, что в Бресте открыта специальность, которая позволяет и, наверное, сегодня это одна из уникальнейших специальностей, в том числе и на постсоветском пространстве, это урбанология и сити-менеджмент, которая старается втиснуть все знания, которые имеются на сегодняшний день, и компетенции, которые возможно получить, в того молодого специалиста за 4 года. Конечно, вызывает улыбку срок обучения и возможности все это втиснуть в эти жесткие рамки с точки зрения зачетных единиц. Но между тем, вот этот вот отход от Болонского процесса пока у нас еще не произошел, но между тем вот эти 4 года мы стараемся сформировать мультидисциплинарного специалиста, который на сегодняшний день решал бы вопросы города и все задачи, которые возникают в жилищном хозяйстве, в экономике, в транспорте, в интеллектуальной сфере, в социальной сфере с выделением пространств для жизни и креативной экономики и так далее. Поэтому на сегодняшний день предусмотрены и программы поездки по Республике Беларусь и зарубежные поездки для студентов. Уже часть из них осуществляется, обмен учебными пособиями, научной документацией и научной и проектной документацией, в том числе посещение проектных вузов, научно-исследовательских центров, центров управления движением транспорта, либо дорожным движением, у нас закреплено за ГАИ такая функция. И такой вот небольшой, скажем так, такой небольшой консорциум, который в том числе и активно поддерживается вами. Мы проводим ряд конференций, которые приглашаем уважаемых коллег к участию и в Минске, и в Бресте. И мы будем рады, конечно же, видеть вас. Вот. Ну и спасибо за предоставленное слово. Жалко, что так мало, но между тем благодарю вас. Успехов, здоровья и сил. Готов ответить на любые вопросы.
Денис Васильевич, спасибо большое и за приглашение, вот, и что выступили у нас. Если позволите вопрос, он связан с тем, как вы видите вот, дальнейшее развитие сотрудничества. И вот у нас на круглом столе очень много прозвучало вопросов, связанных с тем, что нужны новые информационные подходы, использование, может быть, развитие некого информационного ядра в проектировании в умном городе. И как вам вопрос, связанный с тем, чтобы разрабатывался стандарт, да? То есть, чтобы эта стандартизация шла уже сразу на межгосударственном уровне и позволяла выстраивать вот этот полностью уже технический диалог между Россией и Белоруссией? Спасибо за вопрос. Это действительно одно из таких основных аспектов, которые на сегодняшний день требуются развития, безусловно. И здесь вообще проблем у нас, я считаю, быть не должно, потому что мы формируем союзное государство, одной из основ которой является именно единственно с точки зрения и нормотворчества, и подходов, в том числе и в проектной, в организационной, управленческой деятельности. Поэтому, безусловно, эту инициативу я поддерживаю, и необходимо об этом не только говорить, но и, наверное, выйти с инициативой, тем более, что ряд программ с точки зрения научно-технических программ, в том числе и фондов РНФ, и программ союзного государства, могут быть, я считаю, заявлены по данной тематике для совместного, в том числе нашим консорциумом, для совместного исполнения. Вот. А, конечно, уникальность ситуации заключается в том, что при родственности подходов на самом деле базовом наследии Советского еще Союза во многом, увы, некоторые аспекты у нас очень разнятся. Это, конечно, ну, на мой взгляд, определенные сложности вносит, а унификация позволит решить ряд глобальных проблем, которые на сегодняшний день, увы, не разрешены даже с точки зрения нормативных подходов, и в том числе по умному городу, по применению различных концепций, в том числе и цифровизации в рамках государств, регионов, ну и в том числе городов. Спасибо. Да, это важные моменты, которые могут служить препятствиями. И даже, если позволите, я тогда попробую себе пофантазировать. Как вы считаете, возможно ли у нас, может быть, формирование такой цифрового, значит, юнита, платформы, или даже, можно сказать, лучше надплатформы? Вот в России есть государственные услуги, да, платформа, которая позволяет реализовывать большинство вопросов, значит, связанных с получением документов и все другие возможные вещи, связанные с жизнью человека. И, соответственно, возможно ли такая платформа, которая была бы, в которой были бы интегрированы вот госуслуги Российской Федерации и аналогичный сервис со стороны Республики Беларусь? Ну, я думаю, что это реально, тем более, что много у нас идут программы цифровизации, которые, ну, Беларусь немножко, конечно, отстает от Российской Федерации, но между тем мы стараемся догнать, и по многим государственным органам цифровые платформы сейчас реализовываются. Безусловно, это было бы очень-очень полезно, например, в рамках повышения даже мобильности ученых, преподавателей, студентов, поэтому это дало бы определенный шаг к развитию и бизнеса, и к, ну, скажем так, даже, может быть, и развитию дополнительных услуг в рамках союзного государства. Безусловно, это хорошее такое начало. Супер, спасибо большое, спасибо еще раз. Давайте поаплодируем. Спасибо, спасибо большое. Мы завершаем наш круглый стол. И я бы хотел проговорить кратко, может быть, те основные тезы, итоги, которые у нас были, и каждый по желанию может это дополнить. Я бы хотел обозначить, что прозвучало сегодня очень важно вопросы формирования программного обеспечения и продуктов для проектирования, используемого в умном городе, для того, чтобы была связка между информационными моделями и цифровыми двойниками.
Мы также обсуждали очень много вопросов масштаба, которые очень важны для различных данных. И это, в свою очередь, формирует иерархию данных. Мы также с вами коснулись вопросов, связанных с тем, что нам необходимы стандарты, и нам необходим регулятор на рынке, связанном как с умным городом, с технологией умного города, так и на сфере искусственного интеллекта. Вот это основные моменты, и все ваши ответы мы постараемся проанализировать, расшифровать видеозапись с тем, чтобы подвести итог и в дальнейшем сформировать по нашему круглому столу коммюнике. Если есть какие-то еще уточнения, комментарии, пожалуйста, вы можете взять слово и, соответственно, это озвучить. Один момент. Поскольку я по базовому образованию психолог, то мне очень хотелось бы, чтобы взаимодействие участников круглого стола было действительно продуктивным. Поэтому большая просьба все-таки помочь обменяться контактами и координатами людей, которые здесь были. Да? Поскольку момент, вот этот первый момент представления всех вместе был упущен, да, это возможно через рассылку. Кроме того, у консорциума есть телеграм-канал, в котором у нас уже представлено много представителей разных вузов, организаций, и, соответственно, там тоже эта площадка для обмена контактами. А по результату, конечно, кто участвовал, мы сможем эти контакты друг другу предоставить по случае желания. И по вчерашнему круглому столу, к сожалению, не было предварительной информации, но мне кажется, что он тоже был интересный. А там велась видеозапись. Очень хотелось бы это. Да, да, можно будет. Спасибо. Она будет в доступе. Спасибо. Пожалуйста. Поддерживаю полностью Ирину Александровну. Очень большое спасибо за, в принципе, организацию такого ивента. И буквально каждый выступающий, каждый спикер — это невероятно ценный контакт для того, чтобы развивать дальнейшее взаимодействие и продуктивность нашей работы в цифровой среде, в том числе. Приглашайте в телеграм-канал обязательно. Вот, надеюсь, нам удастся обменяться контактами. Валерия Михайловна, с меня ссылка. Договорились. Да, тоже коротко, да, полностью поддерживаю коллег по поводу коммуникации дальнейшей, чтобы мы потом перешли в какую-то практическую плоскость, которая там позволит нам достичь каких-то результатов. Ну, вот. И, конечно, очень отрадно, еще раз повторюсь, что у нас сегодня Россия и Беларусь союзное государство, и мы смогли это как-то вот, эту историю совместно продвигать. Поэтому очень приятно, что нас там тоже ждут и приглашают к участию. А, Максим Александрович, у нас получается матрешка инжиниринг, это как, знаете, микромодель почти что вот будущего консорциума большого. Спасибо, спасибо вам. Спасибо. Ну, да, замечательно получилось мероприятие. Действительно, я приглашаю всех обменяться контактами, общаться и надеюсь из-за того, что-нибудь вырастет интересное. Отлично, все это технически решится, и все вы их получите. Также наши слушатели, зрители, если у вас есть какие-то вопросы, пожелания, вы видели контакты, которые участники показывали, и, соответственно, можно будет связаться. Кроме того, к самому видео мы прикрепим также наши данные, которые можно будет с ними связаться с нашим центром исследования умного города Высшей школы экономики. Еще раз всем спасибо за внимание. Был рад вам всем сегодня.